Что? Я стартанул. Итак, третья часть прохождения с Half-Life 1 в 2016 году. Давай, вторую руку подключай, не успеваешь за Руку подключай, сурдопереводом. нет, это как бы одной хватает обычно. Вот, мы думаем, надеемся и верим, что сегодня осилим все-таки оставшиеся миссии. Играем на четвертом уровне сложности, соответственно. Реализм. Какие? Я не зарезался. Ты начал без меня. А. Мы престарт. Ну, бас. Ой, зря так. Михаил в пальто. Я не знаю, когда будет этот гирокап. На самом деле... О, хорошо. Да, ой, я забыл, что здесь жесть же сразу начнется. Слушайте, а графон-то знатный. Конечно. Так, главное, чтобы они не уворачивались. Ой, как хорошо попало. А что там, где валом? Да, немножечко попало по мне. Ну ничего страшного. Ой, сейчас по мне попало. Ай, сейчас убьют! Блин. Да, что-то 34 хита. Давай я тебе пиццы дам. Блин, как они... Ой-ой-ой, кто это там? Не знаю. Ах ты скотина! Как вообще? Ну ты в смысле, ты сам себя убил уже. Как убился? Ну ты выстрелил в товарища? Я выстрелил мимо товарища, трасса полетела прям далеко. Так, у меня нету... О, оружия. Ну недостаточно. Недостаточно энергии. Более того, у меня даже ракет-то нет теперь. Ну ладно, придется крутиться. Долго ли будет крутиться БСП? Это как отталкивает тебя. Сколько там танк? Да что ж такое-то? Начинаю стрим, сразу чихать начинаю. Так, нужны припасы. Танк еще жив. Да я вижу. Я вот не знаю, чем я буду убивать, потому что я у меня буду нет. Болеть за танк. Так, давайте выбирать оружие. А внутри танка никого. Это автоматизированная машина боевая. Короче, а кто там стреляет? Да, так. Я просто пробегу мимо и как бы и все. Да, конечно, передай. Хорошо. Это было настолько безнадежно изначально. Но кто-то даже верил после трех выстрелов танка, что тебе удастся пробежать эту 100-метровочку. Но он был непреклонен. Ой. Да не, я просто затупил. Да ладно. Да серьезно. Смотри, не потерял ни одного хп. Разве это возможно? В общем, не трать ракеты на да, ребят. Да, я понял. Добро, добро, добро. Блин, да... О, винтовочка. Что за... Я про эту бомбардировку второй раз слышу. От меня там ничего не осталось, да? Ну, вот филейная часть валяется. Попадание второе. Танк okay. Минус. А, минус. Найс. Смотри теперь. Минус! Воу! Ты тренился, да? Все это время. Конечно. Ты дун, дун. Я под музыку еще так бегал. Причем музыку напевал я сам. Ты ду, 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 User death imminent, говорит мне. Да ладно. Сейчас мы резнем всех. Открывай мне дверь. Давай открывай дверь. Ты вчера стримила, как носил на тело грим с бабочками. Может, стоит замутить стрим с нанесением на чемандера грима бобра? Я видел этот стрим, кстати, в конце. Я не видел. Ну вот, это было, конечно, такое зрелище. Ты вроде смотришь, вроде непонятное дело происходит, но... Завораживает. Завораживает, да, завораживает.
и даже частично понимаешь, как бы, что от процесса девушки получают очень много удовольствия. Мы про что-то про одно и то же говорим или нет? Ты про что? Про нанесение грима. А, ты вчера мне похиляй, пожалуйста. Не могу просто. Лицо такое умное у твоего персонажа. Я старался. Так, ну давай теперь только не это самое. Выкинь мне винтовку для начала мою. Ха-ха! Вот так дешево можно союзника развести на винтовку. Зачем она мне? Блин, зря я упал. Она, кстати, очень хорошая. Это что самое 4-2-4, да, или как она там? 4-2? М16? М16, да. Причем она здесь стреляет по 3 патрона, прям как по скиллу. Да! Каждый день просто на этот навык Миши нужно отрабатывать. На лестницу. One does not simply climb the... Да-да-да, я тебя понимаю. Сегодня пройдем, в общем. Впереди еще миссии 7. О, боже мой. Ох, не мешался бы ты. О, я залез. Все залезли. Подожди, хедшотик сейчас будет. А, нет, он спулился. Так, не визжи только. Теперь смотри сюда. Смотри. Ничего себе. Блин, ты... Все. Все мертвы. Ай-яй-яй-яй-яй! Давайте ГГшки ставить, сколько раз Миша будет прыгать. Эй! ГГшки это слишком ценная вещь, чтобы так их бездарно сливать. Да! Так, если вы думаете, что это просто, вы правы. Это несложно. Просто надо нажимать вовремя, не раньше и не позже. Так. Раунд джамп. Найс. Так, давай сейчас план, чтобы у нас был. Сначала берем вот эти штуки вертящиеся. Ими минусуем товарища, а потом с гранатами, с ракетами минусуем вертолет. Хорошо. А где все? Добро. Все, вертолет теперь. Чаржся и по вертолету стреляем. Молодец. Да ладно, так можно? Да. А почему мы в прошлый раз так не сделали? И он типа постоянно под крепу приносил, да? Скотина. Так, ну и все, собственно говоря. А, нет, не все. А вот теперь все. А куда дальше надо было идти? Ну, здесь возврат. Наверх, я думаю, надо за эту... Там, во-первых... Не, возможно, как бы там второй вертолет прилетит, а может быть и не прилетит. Здесь закрытым. Непонятно, так, не берем. А, да, не берем. Может, пробить нужно что-то? Там ворота есть какие-то. Там кто-то бежит, стреляет уже. Погоди. Не, нифига. Такое зачем впечатление... мы сюда шли? Давай пойдем просто подумаем. Может, эти ворота открываются, или это не ворота? Не ворота, это ангар какой-то. Не, ну вряд ли здесь. Скорее дальше нужно. Fuel room, мы там были? А, это здесь не тупик, в общем. Может, мы убили квестовый вертолет? Да, на котором должны были улететь. Who knows? Ну вот две двери, которые закрыты. А, так наверху же дверь. Да, они закрыты обе. Закрыты. Так, давай я попробую теперь. Ой, я пригнусь лучше. Так. А как стрелять? Воу-воу-воу-воу-воу.
Я стреляю по всем дверям, которые я вижу. Ой, е, попал. Какая? Центральная, там уже бегут ребята. А, которая, я понял. Б, профессионально. Очень левел. Так мы могли вчера это пройти за 5 минут. И? Почему не прошли? Боялись. Ну хорошо. Это пятая часть 11-й мапы. Блин, как их много-то, а? По-моему, они еще оживают, нет? Да, они резаются. А вообще тут есть пулемет. Так, на всякий случай. Ой, прикольно как. Ой, это на эти прыгать же можно. Да-да-да. У-ху! Мы с ними напрыгаемся еще в Зене, так что... Чего там у нас? Я гранат просто докину. Ой, там просто мясо. Все против всех. Много мяса. Да кто? Ой-ой-ой, это же... Это взрывающиеся хэдкрабы. Короче, назад. Назад, назад! Там реально много всего. Подожди, дай гренку закину. Тихо. Да, я тоже. Им, кажется, вообще пофиг. Не-не, это бери, это наши патроны. А, это патроны? Да. Я был против них. А это патроны для пушки вот этой вот, да, живой? Нет, это типа грены бегающие. Ну, собственно говоря, ты пускаешь таракана. А, вижу. Не-не-не, не пускай, они на нас потом тоже будут. Поздно, слишком поздно, прости меня за всем. Там бежит к тебе один, двое. Я притворяюсь мертвым. Да где ж твою ж... Как эти штуки взять? Это бутафория, что ли? Да... Причем я пригинаюсь. А ты... А я... А что-то я смотрю... Меня плохо видно на вебке до сих пор. Отлично видно. Правда спрашивают, что за чувак? Блин, поломали все. Воу-воу-воу-воу-воу. Альтернативный вход. Эти штуки... А, понятно. А, она с задержкой, да, делает? Ого. Телепортируемся? Нажал на нее? Да. Ты джип опустил только что. О, подстволка пошла. О. Неплохо. Я скоро приду. А ты где? Ну, скоро приду. Меня бьют. Держись. Просто держись. Теперь они вдвоем меня бьют. Миша, их двое, а мы одни. Нет. Я с тобой. Я всех убил уже. Да как так? Я шипш. Как уже меня начинает радовать. Все. Давай, 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 давай. Ты с. Подожди. Сегодня Миша будет с нездоровым смехом. Да, ну пролезь ты, блин. Справа, 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 двое. Двое, двое на длине. А что там было внутри? Ага, завал. О,
О, что случилось? Просто грена кидает. Война. Револьвер в этом плане, конечно. Да, это самое чистое оружие. Да как? Сзади. Кто сзади? Кто там? Я 7 хп. 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 Пиццу дай. Я наверху. И мне здесь нравится. Понятно, о, все. Хпшка. ХПшка, говоришь? Ага. Очень круто. На тебе. Да. Мы, ну, тебя ладно. Ждем. Да, я понял. Все меня ждут. Ну, ясно. Ты где вообще? Понял. Ну ничего, тут хпшка есть, я отхиляюсь. Я внизу жду. Я жду тебя снизу. То есть ты до реслки пойдешь, да? Двое справа еще. Так я сзади, там меня можно поднять, смотри. А, ты думаешь, что... Да, я думаю, поднять. Что стоит. Вон, вон, видишь, внизу. Бесславно умер. Медик! О, меня ж не вернут. А, нет, я со щитом. Ха! Оружие. Ха! Хил! Все. Да, только оружие реально. Ты мою пушку забрал. Пушку в один воздух. Прыжок все можно преодолеть. В один? В один. Невероятно. Ты в Марио играл когда-нибудь, Миша? Конечно. Выиграл. О, у меня идея. Идея у меня. Оп! А, нифига себе у тебя идея. Вон там хил, кстати, можно. Пушку дай мне мою. Пушку, воздушку. Да не та пушка, это не... А-а-а! Ладно, пойдем. Извините, извините. Блин, а как скинуть это? А, вот так вот. А если б я спрыгнул? Ну ты бы умер, соловей. Опа! Там реслоку вижу. Ой, там народу, конечно. Видел, как он стрефанулся? Да они вообще грамотные все. Гады. Ты слышишь эти всякие рыки? А ты где вообще? За твоей спиной. А, вот это. Вон он где. Да как? Кто, где, кто? А-а-а, скотина. Все, он умер. Да я понял. It's offline, it's offline. О, можно же запрыгнуть наверх, да? Можно. А, нет, не то. Да попробуй, попробуй. Ну, на твой можно запрыгнуть. Ой-ой-ой! Мне иногда кажется, что Миша это делает специально, не знаю почему. Да как вообще такое спланировать можно вообще? Да я даже не знаю, как. Какой-то хитрый бобровский план. Так, ну давай на крышу, в общем. Так, я... на дне.
нет. О, хорошо-то как. А, нет, 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 назад, назад, назад. Господи. А я не знал, что так взрыв распространяется. Нифига себе. Да. Слушай, у нас тут дилемма небольшая. Ученые назвали эту проблему 6 хп. Ну, ты запрыгиваешь просто, и меня резаешь, все просто. Целая статья на эту тему. Ты с этой стороны разбегался? Не надо разбегаться, ты просто запрыгиваешь и все, давай. Там резалка. Ну, прыжок надо нажать только, чтобы прыгнуть. Молодец, он смотри, резалка. Отлично. Ну, ладно, просто первый раз я упал, и, собственно говоря, это привело к появлению проблемы 6 хп. Все, у меня кончилось. Так, попытка номер два. Куда тут плыть? Да тут не надо плыть. Удачи. Надеюсь, он повторит свой фокус. Не, не повторит. Уже не повторит никогда никаких фокусов он. Один минус, да? А, там крабы еще. Ой. Спасибо. Не задел тебя, нет, случайно? Да, ничего, не переживай. Никогда. С пулями в голове даже интересней. Метал-детектор постоянно срабатывает, когда ты проходишь или нет. Там, судя по всему, наверх рубильник. Вот эту штуку надо выключать. А потом в печь лезть. Смотри на меня, делай как я. О боже. Так, ну и чё? Ты докрутил? Да, дверь открылась. А, и там дверь. Ну, ты можешь, конечно, в печку залезть, но я крайне думал, не рекомендовал бы это занятие. Ползем. Графа какая-то ужасная пишет. Молодой товарищ. Это еще нормально. Сакс. Вы если бы в первую Half-Life поиграли, которую самый-самый-самый первый. Кстати, хочешь узнать, Миша, как выглядит Гордон Фриман в альфа-версии? Да я вроде помню, он в титульной, ну, при загрузке главного меню нет. Ты его не знаешь, сфига где его найду. Давай. По-моему, это он. Нет, это не он. Сейчас, секунду. Во! Да ладно. Бета Гордон. У него голова из пяти полигонов. Keep your feet on the ground. Safe travels. Как открыть дверь? Так, сейчас погоди, у меня обратно. А, не нужно, видимо, да? Наверх идти. Пойдем. Сейчас приведу ответственного человека. Пойдем. Ну. Пойдем. Где Миш? Внизу. Давай, упырь, открывай уже. Ну мы что-то там выключили, может быть... Хотя нет, не выключили мы ни черта. Выключили. Мы просто открыли. А, ну здесь изменилось. Что тут изменилось? Два вортигонца появилось. А, ну... Может, он тоже сможет открыть ту дальнюю дверь? Может, да, вот сюда можно его будет присоединить. Молодец. Пойдем, слышишь, солдат? Major fracture detected. О, да-да-да-да-да. Это правильно.
Слышь, давай, открывай. Почему он просто код нам не мог сказать? Там отпечатки пальцев, скорее всего. О, весело. Да. Тут стоянка еще, кстати. С солдатами. Ой-ой-ой, там вообще, там жесть, там босс. Солдат, это проблема не меньше. Ладно, я думаю, предлагаю бежать. Куда? Куда угодно. Мне не нравится такая идея. Это, а дверь это не идея, открывается, конечно. Нет? А, понятно. Ладно, делимся. Я влево, ты можешь, вправо. Ты можешь в тупик бежать, а я туда, куда надо. Прикольненько. Мне нравится такой план. У-ху! Нет! Беги, Гордон! Уху! Скотина! Он еще эти шоквейвы пускает. Я тебе настоятельно рекомендую бежать сюда, либо умереть. Нет! Еще один скотина! Как это еще один? По-моему, это тот же самый. А где подъем? А, вижу! Прыгаю, 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 прыгаю! Накоси, выкоси, на тебе гренку! Ой. Так. О, наведение спутниковое, давай. Да-да-да-да, назад. Где они? Они же сзади, вот тут. Где мы начнем с этого? Вот здесь. Нам бы не стоять в одной точке. Так, давай я наводчиком буду, а ты это самое. Давай. Ну ты их просто туда приведи, и все, вот в этом заключается. Так, ну, да, иду. Давай. Еще. Один минус. Минус, давай второго. Так, идет, мочи уже можно. А, я упал. Есть, второй минус. Ой, я на дне. Вообще, мы, по-моему, лучшие в мире ребята на свете. Так, ну все, с этим мы разобрались. Скорее всего, тут еще надо будет что-то разбомбить, мне кажется. Да, есть такая мысль. Так, а это что у нас, не ядовито, нет? Крокодилов тут нет? Нет. Лестница наверх. А смысл? Тут если вроде... ты упал. Скорее всего... Нет, у меня нет идеи, просто так. Нет, бомбить-то нужно в любом случае. Вот, во-первых... Бомби все по секторам. Скорее всего, дверь, да, давай. Так, налево. Да, вон ту, скорее всего, да. Не, не то. Чуть выше, да? Не, я думал, что вообще в угол надо. Вот смотри, там и проход какой-то есть. Вот то, что в левом верхнем углу находится. Да-да-да. Так, это не бомбится. Угу. Получается так. Incoming! Да, там взорвались ворота. Так, теперь осталось перебраться туда. Может, антенну можно разбомбить? Она да, и тут пара этих, да, распределительных. Пыщ. Красавчики вообще. Так, а дальше ты что? Да, это не все. Но и это еще не все. Попробуй, да, снять еще. Уинстон Фишерман компактен. Так, стеночку, да, немножечко? Угу. Хотя она бетонная, блин. Господи. Ну должно, да. Мы ж не можем перетаскивать объект, правильно? Чуть-чуть левее. Ха-ха-ха, да ежишь. Что случилось? Я тороплюсь. А кто бомбит-то там? Это уже не я. О, я бы поторопился. А я знаю, как поторопиться, Миша.
Вот он, знаменитый смех, да? Хорошо. Так, какая-то миссия 12-я, наверное, да? Или 6-я часть? 12-я. Все рушится, все ломается. Да хорош. Да хорош. Доп! О! Не, ну конечно круто, но... Опасно ведь? Forget about Freeman. О, это охранник. А, это наш. Да, это наш. Я тоже в него пострелял и... Привет. Окей, I'll cover you. Опа. Дерзкий. Еще один. А вот и минуснули нашего друга. Если бы он был критичен, тогда бы миссию рестартовали. О! Можно меня, пожалуйста? О! На тебе, жри. Так, ну тут, видимо, скорее всего, два пути есть. Первый — это простой, если привели бы солдата, и второй — это сложный, если бы... Вот. Короче, забей, просто перепрыгиваем. Вот так вот. Найс. Опа, это что, что за хрень неведомая? А-а-а! А-а-а! Они у меня... Они у меня в волосах! Они у меня в волосах! User dead. User dead. Ту-ту-ту. Эй, на пэт. User dead. Блин. Они не заканчиваются. Поэтому нужно убегать, Миша. А, спасибо. Да, опять 25. Кто меня? Да это они же, мелкие. Нет. Спаунятся. Не могли не проходить здесь. Да, он меня бесит просто. Он... Чертов Беллинг. Иди да... сюда, тут какой-то мистический портал. Эта хрень кусается, взрывается. Я не могу по ней попасть. Я в начале уровня уже. Фух, еле-еле. А там спавнятся ребята, поэтому ты бы забил бы и шел бы сюда бы. Бы? А сюда это куда? Это направо. А, направо, да, изи. Я вот как раз там уже. Нет, это не на это право. Ты пошел... А, ну вот, да, это нормально. А можно это самое? Пицца. Хм. Я чувствую, там что-то было ценное. Прям чую своим бобриным чутьем. Блин, тупой хэдкраб спулил ту ретку. А ты там вообще где-то, что ли, еще? Миша, нужно идти сюда. А ты уверен? Я тебе метку, в общем, поставил, куда идти. Да вы достали! Со своими... Да твою ж медь! Ну как так-то? Ну... Где они там сидели вообще, эти крабы чертовы? Кто ищет, тот всегда найдет ответы на свои вопросы. Я взорвал там все просто. Две гренки, ящики. А эти два... клеща. Ой, что-то, что это такое? Так, мне нужна помощь. Ты умер? Да. Какая тут помощь вообще? Я вижу где? Нет. Ну вот. Он это что-то смотри. Делает со мной. Вот ты умер, уже тут не важно. Как бы. Ты ничего не можешь чувствовать. Ой. Я куда-то не туда попал. У меня пистолет в воде работает, лол. Прикольно.
Он ничего не приговаривает при этом? Нет, он... Ну, ему нравится. Типа, а, надень это. Нет, такого не бывает. Ладно, я полетел к тебе лучше. О! Ой. Ты видишь это, да? Зловещая музыка. Я слышу это пока только. А, рыба моей мечты. А! Кто? А, я сам себя ударил. Так, ну я не знаю, где респ. Ладно, попробуем провести... Ты можешь меня наводить на рыбу? Я не вижу ее отсюда. Навести на рыбу? О, респ нашел. Респ находится в комнате. Интересно. Как они додумались до такого? Короче, туда нужно добраться под водой. Так. Через... Сейчас, подожди. То есть ты ныряешь, прям по курсу у тебя рыба. Это прямо очень сейчас. Плохо. Нет. И здесь тупик, в общем-то. То есть тебе не сюда вообще. Тебе нужно попытаться вот идти вот сюда. Перезаряжайся. Вот. Что ты Валера, делаешь? Убивай ее. Почему он не попадает по ней? Так рыба тебе ничего не делает. Теперь точно ничего не сделает. Короче, смотри, тебе нужно налево плыть. То есть идешь налево. Здесь плыву. Крутится ротор. Ой, ты как мангуст проходишь мимо шестеренок. Нет, что-то плохой план, мне да? кажется. Не нравится, да, тебе, то есть, такой план? Я, конечно, могу попробовать. Не-не-не-не, с той стороны вроде безопаснее. Но как попасть на ту сторону? И там та же самая хрень. Не, нужно. Это, видимо, единственный путь. Теперь всплываешь. Там уже горячо. Всплываешь. Там дверь. Я понял. Да, об этом я не предупредил тебя. Я не думал, что ты так далеко уйдешь. А ты не видишь, что штука с это самое? Нет, блин, я не вижу эту штуку. Она же в воде видна. Я под водой, ее в воде нет. Я всплываю, чтобы вздохнуть воздух. Да вот она, я вижу ее. Всплывает он. Нету под водой, ее не видно, блин. Ну, может быть. Короче. Там, короче, сразу реслка была. Информация. Сразу. Никого не бьем, просто пробегаем в этот раз. То есть, как бы, почти это. Ну ты постой там еще побольше. Да нормально все будет. Понятно. Никого не ждем. Никого не ждем, говоришь, да? Я пошел, я работаю. Их много. Их много! Они не дают мне запрыгнуть! Блин, чуть-чуть не удалось. Ну что, БСП разрулит, как обычно. Так а как ты резнулся-то, я не пойму. Я просто выжил. Читер! Слышишь? На просто тебе... Резп включается через несколько секунд после начала игры. Я умер намного раньше. Блин. Ты опять куда-то не туда пошел. Зачем ты туда идешь? А куда идти? Справа спуск можно обойти, ничего не разрушая при этом. Не может быть. Да 100% тебе говорю. Да нет. Да. Это магия какая-то. Вот, и резни меня, потому что я тут. А зачем ты сюда один пришел? Я убегал. Все козлина. Вартигонская. Так, а вот здесь просто лучше взорвать. Давай, ты убиваешь, а я взрываю потом. Договорились. Там нормально. Да не нормально, еще один. Скорее, он нас не догонит, главное... Куда? А как ты? А сколько у тебя хитов-то было, если тебя...
Тебе один несчастный краб загрыз. Вставай. Жри. Так, все нормально. Дробовика, правда, нет, но это нормально. Зато у меня пушка хорошая появилась. Да блин. Так, туретку не агрим. А как ее сагрить? Да как? Оно само. Ага. Так, ну что, погнали? Куда? Я не знаю, куда гнать. Да туда гнать. А, вот так вот. Почти так, да? Да. Да. Как туда запрыгнуть-то? Да. Ребята, я предлагаю вам сделать специально Мише подборку игр, где надо только прыгать. Ну, чисто потроллить его. Конечно, вы улетите на фыву. Конечно, будет, ну, трудно писать чат 30 дней, но это будет того стоить. Кстати, рыба плавала. Блин, да что ж ты будешь делать? Так, а лучше куда-то не по центру, в общем. Да. Я остановил механизм. Да, а как? Burn like a cake. Bake, точнее. Ну, такая... Там как бы температура... Я пар-то вижу, но... А на трубу даже тоже нельзя за... на зеленую на эту запрыгивать. Ну ладно. Как я тебя буду резать, интересно? Уже резнул. А, да? Да. А тут понятно. Замок вообще находится. Его не сбить никак? Где вообще? Нашел. Да тут ничего интересного. Ничего ценного вообще нет здесь. В другим, в общем, мы в разных местах. Окей. Так, а эту шестеренку ты как проходил? Так же? В лоб. Скажем так. Так, блин, я застрял! Господи, господи, что ж ты? Зачем из бухты я проходил? Надо было чисто через центр, я же сказал, в лоб. Кстати, как всплывешь, я прям... Я вот вижу, прям да. На этой, да? Да, я вижу. О, спасибо. Обращайся. Блин, Миша. Да что ж ты там застрял-то? Это ты меня застрял. Ай, как я ненавижу вот эти вот... Как же меня пьющит эта игра. Делали какой-то квест из контры. А что здесь за... О, нам, кажется, нужно будет серьезно так повоевать с боссом-вертолетом. Опять? Ну, не зря ж тебе сейчас ракет надавали. Ой, там танк. Да? Да. Ну ты как-то не... прям... С ракеты пехоту валить, это слишком жирно, ты не находишь? Согласен. Где там танк? Ну он какой-то слоупок, в общем. А он убивается вообще? Сейчас проверим. Может, нам надо в другой танк сесть для этого? Не, убился. Так. Проходим. Изи. Танк не убивается, говорит картошка. Интересно, что он напишет вот в самое ближайшее время. Мы ждем новостей от картошки. Картошка дело.
Или дела. Картошка, срочно комментарий. Может, это не дописали, делала или делал. Ну, он просто делал картошку и не смотрел на танк. Так. Что-то тут все гудит. О, это не увидел. О, тут как весело. Куда ты запустил? Зачем запустил? О, ну ладно, хорошо. Оп, один тут просочился, казачок, к нам. И чё, спускаться теперь? Не хочется совсем. О, там! Поехали! Ай! Ты за... В общем, куда ты сошёл? Ну и чё ты ушёл-то? Стреляй! Стреляй, Валера! Миша, ну... Перезаряжайся, скотина! Чё ты из танка-то вылез? Мы же команда. Была. Ну, удачи тебе. И не с такими сражались. Держись! Спасибо. Так. Ну, танк нам еще нужен или нет? Я думаю, вряд ли. Хотя... А, ты стеночку убрал или что? О, кстати, да, убрал. Ой-ой-ой, там какая-то грязь, в общем. Я тебя прикрываю. Выманивай их. Хорошо. Все, готов один. Вон там пушка стоит. Ну, пушка не приедет сюда, поэтому. Это наши? Нет. Боюсь, что нет. Скотина. Слева пушка сразу. Нифига себе. Да, вот такие вот пироги с котятами. Я ее удивлю. Удивил. Башню сорвало. О! О-о-о! Изи! Что-то мы пролетим сегодня, похоже. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Чатику привет! А как бы... Так, что, не хочет change it level, да? А, кнопку, да? Да, как обычно, кнопку. Пироги с бобрятами. C13. Ага. A1. Опа. Ты помнишь, когда в последний раз мы лифт? На такой лифт садились? А ты на машину сядь, и все нормально будет. Так, там слева еще какая-то. А, нет. О. В общем, я типа такой surprise, motherfucker. И сзади сижу. В багажнике. Видишь, там тебя создают в чате с потрохами. Говорят, ты 100 брони себе накачал. Нет! Почему 100? Да, 100, и что? Да, накачал. И что? Ха-ха, блин! Тебя поздравляю! Ой! Вообще класс! Снова этот баг. Ну, надо просто отпрыгивать. Вот она карма. Да, поэтому БСП и сдох тоже вместе со мной, потому что... А ты не слышал про такое явление, как карма за компанию? Нет. Ну, теперь ты почувствовал на себе этот феномен.
На машину, да, как-то залез? Да, дело нехитрое. Ну, зато ты видел, в принципе, когда надо спрыгивать. Я не знаю, почему ты не спрыгнул. А почему ты не спрыгнул? Раз потому что я не видел, я сзади сидел. Я на крыше тоже сидел. А, ну хотя да. Ой, миленький. Сейчас машины надежнее спрыгивать. Я спрыгнул уже. Хорош. Ой, какие хэдкрабики. Такие звуки классные вообще. Да. Так, дверь тут не открыть. Дверь не главное. Как скажешь. Тем более, если она открывается. Открывается? Да как? Чем? Кто? Кнопка, что ли? Пока Миша. Очень-очень круто. Опа, стопа. Ты видишь? Да, тут инвизные товарищи. Ты видишь, что и я? Да, я вижу тоже, что и я. Помнишь этот мини? Блин, ну все. Господи, просто вот так вот делай. Давайте, ловите меня, твари. Final. Меня убила женщина. Опа, о, ничего так... сзади, да? Да, да, да. Нормально. У женщин призраков шикарные формы, знаешь, да? Униформы. Вот еще это русская озвучка Старкрафта. Ой, прекрати. Не буянь. Блин, вот я плохое место выбрал под машиной. А-а-а, Миша, выпусти меня, нет! Что такое? Выбрался, да? Да. Смотри, колеса тоже с этими восьмигранники или какие-то. Нормально, просто не обтесали еще. Так, пехота пошла. Ты убил того уже? Конечно, нет. Короче, мины расставляем, сидим и ждем их. Мин нет. Есть мины. 4 штуки, смотри, поехали. Все, теперь стоим и ждем. Бочка слева. Справа вроде. Шаги, да. Вот. Еще справа идет один. Похиляй меня просто, пока ты там сзади. Раз это. Все, по-моему. Похоже. Еще одна мина даже осталась. Да вижу. Две даже. Как ты их ставил-то? Ну так, чтобы покрыть большую дистанцию. Площадь, точнее. Я не знаю, зачем я это сделал. Я знаю. Похоже, что нужно, да, забираться наверх как там. А, you little... Что такое? Нет, я за компанию просто решил спуститься сам. Карма за компанию, да, известный. Да нет, по-моему, тут нельзя запрыгнуть. Да как же так-то? Неправильный какой-то контейнер.
То есть на него и запрыгивай, а вот с красного наверх я не да, могу. Да, там никак, вообще никак. Может раскрутить пушку? Воздушку. Ух, раз, хорошая идея. Не, не долетишь ты так. А как она прыгает-то вообще? Смотри. Во-первых, надо на конкретное расстояние это делать. Снимаешь? Снимаю. Понятно. Я просто недостаточно под этим углом. А вверх он вертикально не алё, да? Ты двигайся, ты не просто на месте стоишь. Я понял. Надо движение. Очень интересно, продолжай. Блин, какие они жесткие. Там гранаты, кстати. Похиляй меня. Пиццу дай. Так, один призрак где-то тут бегает. Да не, показалось. Внизу он, на первом этаже. Можно на него забить. Вообще-то они по контейнерам прыгают. Молодцы, чё? А, я ее убил. Молодец. Ну, ракетой. Супер просто. Я считаю, это скилл. Да, согласен. Так, я вижу кнопку. Могу резать тебя. Не стреляй. Какой из... Не стреляй, ты не понял. Я взрываю. Я прикрою тебя. Сержант. Ой-ой. Опять. Я помогу тебе. Спасибо. I apologize, Mr. Freeman, but I couldn't risk opening that door until I was sure you'd scoured the area. This is the last. Scout the area. Я вообще тут такой скаут. Успела. Все, он вроде. Да. Открывает. Открываем дверь, а там. О-ху-ху! Не понял. Ничего интересного. А я это возьму. Так, а наверху что у нас? Понял. Так, левел поэтому... чендж вообще здесь. О-о-о-о! Узнаешь? Пылесос? Пылесос. Миша, погоди, погоди. Я охотник за привидениями, да? We're gonna call. Ой, зачем я это сделал? Да не трать патроны, убегай просто. Я хочу ж пушку в деле проверить, что. Но она, конечно, потоки главное. Высасывает очень быстро энергию. Мы застряли, по-моему. А, ну вот. Да, change level. Да, лихо идем. Уже опять 13. Только А2. Так, короче, тут карта большая, Миш. Откуда это инфа? Я примерно помню. Конечно. То есть тут два насоса включить надо будет. Вижу. Да, и потом уже к ядру. Мы можем, конечно, разделиться. Разделились. Но... Я направо пошел. Я тоже. Ну ладно, плохая. А, ты за мной бегал, скотина. Да умри. Тут мне говорят, что user death imminent. Кто мне ответит на такое? Я затрудняюсь ответить на то, что тебе нужно ответить. Я пришел, там тупик и ученый. Понятно. Тут завал. Да ё-моё, там офицер, скотина!
тупая. Господа, офицеры. А ты куда пошел? Кулан Систем 01? Ой, слушай, я вывески не читаю вообще. Ты все игры так проходишь? Все игры так, только так проходятся. Вот офицер и представился. О-о-о. А нет, второй! Держись! Помощь идет! А, ты живой еще? Конечно. Ну, прикольно тебе. Меня гладят уже по попе. Привыкай. Я не хочу привыкать. О, ученый бежит. Это ты? Нет, не ты. А чё вы не враждуете? Почему-то он смеется над моим трупом. Этот ученый тоже двинанутый какой-то. Он подходит к своему трупу, товарища, и говорит: Let me take care of that wound for you. Какие-то иллюзии, видимо, свои. И стоит, смотрит в стенку. Так, пора, я думаю, читать уже. Глаза у него очень больные. То есть он явно... Так, а ты вообще где? Follow from Colon System 02. Понятно. Tank и 01. Пиши квест. Я покрутил тут как бы. Один покрутился, другой... А, все, тоже покрутил. Нет. Я подозреваю, что все должно гореть зеленым, мне кажется. Да, но оно вообще не меняется при... Может, нужно сначала... Где-то другое что-то сделать. Сделать, да. Да, якорь вниз, якорь вниз. Ладно, хорошо. Глядишь, сейчас до тебя добегу. Ну, я точно не помню, где я остался, честно говоря. Пока я просто смотрю стрим и сам присутствую на стриме. Как, если я от первого лица смотрю Мишкера? Точнее, от третьего лица. Кто там рычит, я не понял. А ты откуда здесь взялся? Их двое, правда. Лучше бери револьвер, они с двух выстрелов револьвера уходят. У меня нет патронов револьвера. Чем-нибудь другим. О, пусть они падают. Лучше чем-то другим. Последовал я совету БСП и с подстолочки зарядил. Нет, ну как бы... То, что ты зарядил в себя, это твои проблемы исключительно. А может нужно вдвоем крутить? Да, учитывая то, что это соло-игра, изначально это интересное предположение. Так, берем револьверы и поехали сразу. Давай в одну сторону сразу пойдем. Ты сюда пошел? Сюда. Направо в тупик и ученый, то есть не стоит, давай... А, нет, давай лучше в другое место. Я не вижу... Давай, может, по порядку пойдем? Нифига не с двух выстрелов. Ну, так, в голову как... же. А, в голову? Конечно. Ты издеваешься? Какую голову? Ты куда им стрелял? Я в тушу стреляю, в пах стараюсь целиться. У них там защита, я как бы пытаюсь пробить эту защиту. В общем, я шел сюда. И чего ты... Иди вперед, сзади тебя появится товарищ, я его убью. За дверью два... Хрена. А, так ты вот тут и отдался в первый раз, то есть ты почти добежал. Нет, чатик, правда, минус. У тебя работает? Нет, да. Стой, давай похиляемся. Понятно. Ой. Ой, у меня же есть такая штука. А что там происходит? Там хаос. Просто хаос. Соединение восстановлено. Это хорошо. Давай, чувак, иди. Так, только мне нужно, наверное, перезагрузить страничку. Ой, второй ученый за нами, кстати, бежит, Миш. Так это отлично. У нас целая команда. Да, тихо, краб. Да, на краба столько энергии потратить. Не, у меня пока что-то не загружается. Он мне как бы соединение восстановлено, если можно.
Так, тут какой-то рубильник. Включил его. Запустил. На втором этаже был? Памп 01. Вот как оно называлось. Короче, воды стало побольше. Водонасос, да, включил. Давай схему еще раз посмотрим. Теперь танк и памп горят. Теперь надо в 02 идти. Угу. То есть аналогично. Идем наверх. Сейчас только посмотрю. В группе пока отписались. А, понятно. Ну да, там. Не очнулся, нет. Так, ладно, поехали. Ну там разбираются, в общем. Вроде как. Мы ждем. А ты оставишь чат, да? Ну, в смысле... Да. Ну, окей. Можешь тогда мне вебку отключить? Зачем? А, ты так, нет, нет, нет. Сори. Так, отсюда мы... Или ты спускался как раз, там что-то делал внизу, да? Рубильник включил. Я ничего не делал там. Мы просто сейчас в соседнюю пойдем. Скорее всего, ну она вон там 02. Я просто не помню, можно ли там пройти или нет. Скорее всего, там сейчас обвалится что-нибудь. Да-да-да-да. И придется плыть как-то хитро. Сюда. Ну пойдем, да. Тогда я помню куда. Сюда... А, нет, здесь труба просто. Так, стоп. Я, кажется, помню куда. Это на выход. Ну вот, да. Пришли. Налево сюда. Или это в конце? Это задняя, которая, да, это последняя. Ну, скорее мы через мейнтенанс шахты там пролетим. Так там вообще ничего не было, там закрыто было. Тут только один ученый, и до свидания. Энергии дофига. Собственно, вот. Тэнк 2, памп 2. Тянг 2, памп 2. Ну, учитывая то, что воду набрали, скорее всего, нам нужно куда-то, да, на дно прыгать. Главное направление хотя бы узнать. А, ты хочешь сюда сначала сходить? Я думаю, все-таки последовательность не особо важна. Тут воды вот нет, видишь? Она есть на донышке, она так и была, в общем-то. О, чат ожил у меня. У меня пока еще нет. Как называется игра, которую БСП вчера стримил, там про город? City Skylines называется. Лучше, ну, как бы аналог SimCity, только круче. И интереснее, и приятнее, и не тормозит. Хотя, возможно, SimCity тоже не тормозит, я на старом компе просто его тестил. А, да, здесь уже горят вот эти вот лампочки зеленые, все. Ой, там вода поднимается, раз. И вторую тоже. Так, это... А этот нет, типа, да. Auxiliary. Ясно. Короче, только один работает сейчас, нужно так вернуться. Так все, нам надо в 02 приплыть сначала. Ну, а как ты приплывешь? Надо же отсюда валить. Или здесь открылось что-то? Не открылось. Или открылось. Короче, назад возвращаемся, где-то уровень воды поднялся. Это может позволить нам добраться как раз во вторую часть. Эй, ну, ты, как ты? Да нормально все, что у тебя дыхалки не хватит, что ли? Сколько ты под водой можешь плыть? Не знаю. Ну, 50 метров, я думаю, можно проплыть под водой. Уж. А, ну бассейн-то да, проплываешь таким образом. Не, бассейн 25 обычно, по-моему, или 250. Не знаю. Вот тут враги. Так, не убивай ее, пусть она там ползает себе. Угу. То есть, если мы, потому что мы ее убьем, из нее вылезет еще твари. Так, ну хорошо. Опять чат упал. 02 Coolant System. И тут типа обвал, да, у нас? А тут обвал был, мне кажется, надо спрыгнуть в воду просто здесь, вот, проплыть. Ну хорошо, давай попробуем. Тупик, тупик, тупик. Ну ладно, вылазь. Пойдем тогда через первую как-то, видимо. Я жил снова. Чего ты? Все в порядке, там чат опять колбасит. Через первую говоришь, а первый это где? Вот здесь. Здесь же для чего-то это сделано все.
Или это просто на это кулон типа серф. И мы тут типа плыли через трубу, которая здесь. Тут вообще никак. Слушай, а там же через завал пройти можно. Думаешь? Я увидел. Все проще значительно оказалось. Оп! Не знаю, Миш, я тут. А, мы там были, да? Это была жесть. Я тут так наркадил, так наркадил. Но все получилось. Да ты скотина! Я понял, что они там. Еще чатик, а, блин, не работает пока. Что. Реально, надо ему по голове стрелять. О! Ребята, back online. Я слышу, как кто-то топает. Ты на верном пути. Ты что, прошел через завал? Ну да. Слушай, реально, блин. Кидай эту безу. Я тебя спасу. О. Включил. Так, да, вода пошла подниматься. Ну и все, тогда в акзилории теперь. Там идет. Решетка есть, кстати, мы могли там сюда. Нет, там она не проходится, я проверял. Понял. Так, декоративная. Чатик, не болей. Давайте все скажем, правда. Да, 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 и он упал. Так, ну все, теперь в реактор, получается, нужно возвращаться. Да. Бродяга аналоговый, на нем реактор. Смотрел Pacific Rim? Нет. Точно? Точно. А можно было в воду сразу. Можно. Так, значит, сейчас наверх, да, мы поднимаемся? Да, в акзилерию сразу бежим. Да, блин, не туда. Ах ты! Срезал таки, да? Ой, зачем я под водой дышу? Бывает, бывает. Так, ну крути. Я подышу пока. А все зеленым горит, что крутить-то? А, нет, все, ну а я... поднимается, да. А вот и лестница. Какая же все-таки это никчемная пушка. Сверху масса народу. А, аккуратно, тут током все бьет. А, вижу. Скорее. О, я в безопасности. О. А чего там больно било? Вообще током под хилями, кстати. Next level. Так, сейчас я краем глаза посмотрю, что там. Давай, посмотри, краем. Клево. Так, а после. Давай-ка сейчас я все-таки посмотрю, может, там нужно. Да не, конечно. Что-то от меня. Рекламная пауза. And how much you thinking, punk? If you fired 6 shots, only 5. To tell the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, it will blow your head clean off. And now, you have to ask yourself a question.
do I feel lucky? Well, do you, Punk? Oh yeah. Вы прослушали монолог из фильма «Грязный Гарри» с Клинтом Иствудом. Ну, пойдем играть, нет? Пока нет. А, нет. А, ты же звонишь, точно. Какие еще у нас монологи есть? Давайте я покажу вам, кто у нас тут есть. В принципе. Это Калет. Я не знаю, кто это, но... Это Селен. Это Лютер. Женщина-ассасин. Пол. Полицейский из Нью-Йорка. Дэйв. Джек. Готов. И да, я вижу, ты долговязый такой. Так, а здесь, а мы отсюда типа пришли, да? Supply и наверх. Что-то мне не нравится, как там все дрожит. Да. А что, прыгать надо, видимо? Получается так. Откройте милицию. А через ящик он не пройдет. Ну, тут-то и не нужно. Крути. Сзади. Тр-ту-тут. Это же... Телепортейшн. Так, сюда он тоже не пройдет. Здесь тупики какие-то странные весьма. Не-не-не, скорее всего, как-то можно, видимо, хитро. Может, они потом разрушатся? Может быть. Миша! 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 Что? Он был нам как брат. Давай, так, а что ты? А, в портал можно зайти? Главное не вдвоем, потому что... Давай. Наша ДНК смешается и будет как в фильме «Муха». А зачем мы это сделали? Провели небольшой эксперимент. Ну ок. Ну, теперь у тебя начнутся некоторые изменения в твоем организме. Что это? Сейчас проверю дверь. Можно. О, можешь меня похилять, пожалуйста? Понеслась. Загадка с порталами. Желтый портает, зеленый возвращает. Понятно. А, можно вниз, в общем. Ясно. А центральный портал куда портает? Вниз, это так. Вниз? Не-не-не, это вниз, если ты упал просто. А центральный не проверял, куда портает. Центральный портает какой-то... Ну, в общем, в него прыгает. Туда и нужно, да. Воу! Да что ж вы не беретесь-то, а? Только так, да? Бесконечный ход краба, поэтому забейте даже. Я стелепортировался в другое место. Да? Да. В какую-то секреточку. И все там полутал. Ну, логично. Я вернул потом портал сюда. Так, ну а зачем... зачем, в принципе, нам нужно второй ярус как-то подниматься? А, тут три портала, Миша. Где три портала? А, внутри три портала. Центр — это не один, да, это три разных. Я понял. Ты с какой стороны заходил?
Я сейчас в третий зашел, там аптечки, ну и все. Это там, где под трубами, в общем говоря. А, ну да, я в третий заходил. То есть во второй нужно, по сути, да? Первый сет крабами, дофига всего. Блин, я взял... А второй на второй ярус как раз. И там тоже пятый, шестой, четвертый, пятый, шестой. Я прыгаю в четвертый. Давай. Четвертый тебя телепортирует на третий ярус. Но если ты... Ну, короче, вовремя нужно телепортироваться. Надо было сейчас прям делать это, видимо. Да. Еще раз, что? Четвертый — это как раз на следующий ярус. А шестой? Что не проверял. И не проверяй. Я в пятый залезу. Попробуем. К ученым. О, здесь хилки. А как интересно... Как куда-то кроме шестого попасть? Ну, в четвертый можно прыгнуть, как? Только вовремя. Ну, так же крутишься вокруг и все. Там они пронумерованы же. Нет, уж пронумерованы, понимаем, потому что я, когда через центральный прыгаю, в шестой меня сразу, считай, забрасывает. Я не могу ни в какой другой. Почему? Прыгнуть. Дальше едешь, там труба там будет, и труба ты мешает. Пригинаешься и все. Нет, он не проходит с пригинанием. Я пробовал, проходит. Меня она вот сместила, в общем. Ясно. Ладно, посмотрим, что там у Миши. А, Миша сам внизу. Так, мне нужна подсказка, кстати, когда там будет на четвертом проходить. То вот, смотри, как я тут прогибаюсь. Вот так вот прогибаюсь и еду дальше. О, странно, как вот четвертый типа наверх, но четвертый наверх, я не знаю, как... А я скажу тебе, когда прыгать на него. Окей. Наверное, там нужно постоять некоторое время, будет не заходить. Давай! Нет! Твою ж! Поздно. Да, еще 100 армора, блин. Ну, я понял, да, надо сразу прыгать тогда, получается. Первый. Второй. Сейчас, да? Прыгай, прыгай, прыгай. Не-не-не, я подожду. Я тебе смотрю, в общем, как все. Давай. Так, можно в центр? Тут тебе нужен, скорее всего, в центр. Только вот какой портал в центр? 7, 8, попробуй восьмой. Очень полезная штука. Блин, я боюсь свалиться. Ты где? Так, восьмой нет. О, мой труп, кстати, в самом низу. А, труп... вижу, я сейчас вижу. Все, вижу. Зачем ты меня скинул? Он сам скинулся, я ничего не делал. А, все, то есть забил на план? Да как? Молодец. М. Молодец. Беда. Кстати, что я тебе заработал? Мне нет. Резайся. Резайся и погнали. Сейчас, секунду. Так, резко все и погнали. Погнали. Ты там, если что, передавай привет пацанам в чатике. Да, все нормально тут, в общем. Да? У большинства, да. Там так, что-то с проксирующим. Не нужен. Просто бежим сразу, да, все. Согласен. А ты туда бежишь? А, да. Закрывай дверь! А что было? Хильни меня теперь. Дой. Так, ну что, погнали. Гоним.
Да, надо внимательнее смотреть, куда прыгать, блин. Потому что они, кажется, в разное время все-таки работают. Хотя нет, маловероятно это. Так, в какой прыгать надо, говоришь? В четвертый, да? Да, в четвертый. Только смотри наверх, чтобы там портал... Я вижу, вижу, вижу. Получилось? Так, и в какой? Не в девятый и не в восьмой? Не в последний, да, не в девятый. Ну, кажется... В седьмой, попробуй тогда. Да, в седьмой. Добро. Ну, а тут как бы... Хил. Ой, тут у нас будет, Миш, один шанс. Какие проблемы? Давай просчитаем сначала. Так, эта штука опускается. С помощью нее можно к центральным пройти. Она сейчас опустится в кислоту сначала, наверное. Такая задача в центр попасть или что? Да, скорее всего. Отлично. Отличный план, Михаил. Ну кто же знал, что там эта балка чертова? Да, нет. Сейчас, секунду. Есть идея вообще, в какую-то мне сторону надо? Не. Первая дверь. Вторая дверь. Или все-таки... А, заработал. Первая дверь. А, то есть тебя все это время смотрят на чарующее... А почему нет? Колебание кислотных вод. Ты можешь пролететь? А, вон на первой я вижу кнопку. Все хорошо тогда. И на второй я вижу кнопку. Блин, столько кнопок. Что ты сделал, Миша? Все хорошо было с чатиком? У меня хорошо уже все. Нет. Оп, оп. А, там на каждом кнопка, да? Там в... Портал, собственно говоря, наполовину открывается. Ясно, ясно. То есть нужно все три кнопки нажать. Все две. Целых две. Да, чат опять отвалился. Ну, что ж такое-то, а? Как-то это... А может и пофиг, машине не нужно ждать. Да не, я с разбегу перепрыгну. Я перепрыгну, Миш. Надеюсь, ты снимаешь. А ты снимаешь? Да, пожалуйста. снимаю. Все снимаю. Короче, ребята, физика и... Блин, балка мне помешала. Ладно, сейчас еще кружочек сделаем. Смысл в том, что я перепрыгну эту, как бы, тему. Угу. Хорош. Осталось только вернуться в центр. Не, погоди, а там еще должна же это опуститься, тварь. Ну, мне кажется, ты пролезешь туда уже. Да? А мне что-то... Кажется, нет. Нет, пролезу. Еще больше порталов. Ха! А прикинь, можно было сейчас телепортироваться куда-то еще. Тебя в самом начале, например. Да-да-да, такой бы был подгон. Проверять или не проверять, так вопрос. Поехали. Куда пошел? Тут дверь. Ну, откройте, да. Гады. Открывай, давай, скорее. О, тут... Скорее всего уже... А нет, еще рано. Или здесь телепортируют нас. Да-да-да, нас, по-моему, здесь телепортнут, Миш. О, сейчас веселье начнется. О-о-о, затарка пошла по полной программе. Сейчас будет веселуха. По-моему, Black Mesa, ну, ремейк кончался как раз на включении портала. И там не было еще проработанных уровней. Но тот момент, когда я, по крайней мере, играл. Ну, что-то рассказывает. Да, это очень важно, конечно, все. Okay.
You owe us nothing, Mr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Кому нужен чат в 2016, говорит Петр 74 раз. Давайте общаться по всем комментариям, как раньше было на Good Game. Да. Сейчас нажимаем паузу, читаем комментарии. Сколько там в теме про UFO было? Мне 60 тысяч? Не, 20 тысяч. 20 тысяч комментариев. В общем, запомнил уже как 60. Так, этого берем с собой, но тупо потому, что втроем веселее. Блин, ну Клейнер, давай быстрее, набирай свой код. Оу, я. Теперь смотри, как он работает, Миша. Ты помнишь? Нет. Как? Ну, это пробелы с приседом. Воу. Слушай, я этого и не знал, в общем-то. О, вот тут, короче, будет замес сначала. Потом, в общем, надеюсь, мы выживем. Я не хочу диалог еще раз слушать. Ой, точно, здесь же будет типа босса, да? Hurry up. Это бесконечно, общем, так можно прыгать? Не-не, у него там, ну, по-моему, хотя я не помню. Ничего так, себе. Я в центр встал на всякий случай уже. Оп! Понятно. Прикольно. Да, там абсолютно безопасно, Миш. А как бы сказать товарищу, что я готов? Так, тебе надо подхилять, да? Да. Да! Это на мулик, да. Я и пушку еще потерял. Ты видел видос, где ребята на турнике, короче, два... Ну, да, видел, да. Солнышко делали. Что делать нужно, расскажи здесь. Убивай этих товарищей, которые появляются, вот и все. Ну, они сами умирают. А, ты их убираешь, я понял. У меня патроны скоро кончатся, поэтому как бы... Так. Что, можно прыгать туда? Не, рано. Прыгаем. Now. Эпилепсия. I am a disco dancer. Тага-тага. I am a disco dancer. Ну все, сейчас будет весело. Ребята, все фейлы, которые вы видели до этого, ничто просто по сравнению с тем, что нас ждет. О, Зен. Ну погнали. Так а здесь же все просто. Вообще, да. Ой, еле-еле долетел, в общем. Что-то какая-то жесть. Может, тут надо с вертушкой? Нет, тут можно и так допрыгнуть. А куда идти-то в конце концов? Вниз спускаться. Слушай, что-то как-то это. Изи? Страхово мне. Да куда дальше ты что? Сзади, Миша, сзади, стой. Так, в принципе, тоже неплохой способ. А нам совсем вниз? Сюда, что ли? Не-не-не-не. Мне кажется, сюда. Да. А, вот как. Куда убежал? Ну, я чищу вокруг. Уи-уи-уи-уи-у. Уи-уи. Ой, я рез нашел. Аналогично. Так, ну а что, что дальше-то? Портал открылся. А почему он открылся? Вот эти, кстати, бирюзовые штуки нужны.
Но я пробежал все вокруг. Точно? Но толку... Ну, внутри я только не был. Нужно, скорее всего, все эти, наверное, убить. Да, похоже. И вот, кстати. Что это? Вода. Это очень полезная информация. Ну, есть вода, есть жизнь. Что? Остаемся? В недружественной что среде. Можно. А в центре ты все уже смотрел? Там просто закуток и все. Ну, летают платформы, на самом деле, можно просто... Можно наверх, да, попробовать, обратно. Скорее уж, действительно, вниз. Не, ну, вниз точно нет. Ты в прошлый раз то же самое говорил. Ну, как бы... Сейчас совсем все плохо внизу. Да, внизу вот. Ничего нет. Ну, вопрос на платформе сейчас поднимемся куда-нибудь. О! А что, дальше не проплатили? Ну ясно! Козлина ты! Не-не-не, Миша. Стой! На месте стой. Суисайд, я тебе резаю, и так же аналогично. Ну. Давай только так, чтобы меня не столкнуло. Давай. Аккуратненько. Да, не... да. О, все. Так нормально. Лучше прыгать. Это все из-за тебя, короче, было. Да твою жметь. Окей. Google. Внизу мы были, внизу ничего интересного. Значит, нужно наверх куда-то. Но сверху мы пришли, там тоже ничего да. Интересного. Вот без чатика, да, и не пройти вроде игру. Уже я посмотрел в чатик. Внизу, а, да? Внизу есть проход, оказывается. У меня чатик не работает. То есть ты в центре все-таки не посмотрел как следует, да, видимо? Тихо! Там тупик. Внизу есть проход. Да, вода в луже, кстати, хилит, смотри, действительно. Камень нужно, может, какой-то там повернуть? Да, внимательно обследуемся. Аноним, я не знаю, почему... Я убрался из подписок, может это твой кот шалит. А чатик колбасит сейчас. Что, где? Такой ты паникер. Я думал, сверху тут можно допрыгнуть. Тут всего два места, куда можно зайти реально. Вот это вот, ты туда сейчас лезешь. Тут ничего нету, Миша. Абсолютно ничего. Чат снова отвалился. Класс. Сдохните. Так ты прошел все-таки? Нашел, да. Куда? Что? Это, или это был сарказм, что там внутри ничего нет? Я тебе метку поставлю, ты найдешь, когда надо. Блин, вот это да. Так, рычаги. Нажмай. Нажмать? Ага. Какие, где? Вон рычаги. А, это рычаги? Так, это... Один. Что это такое? Что-то вылетело. Это кристаллы, скорее всего. Какие-то. Они сейчас встанут на свои места. А ты... Опа! А, опа, да, я понял. Как все сложно. Инопланетные технологии, тут как бы все как можно дольше делается и пафоснее. Ну что, нам отсюда валить, наверное, надо здесь все. Нет, сделано. Один, а, вон еще один. Он не может найти дорогу. А где кристалл сам? Да, он летает. Сейчас центр должен загореться. О! Портал, да? Нет? Пока нет, но формируется. Ой-ой-ой, смотри, какие рога растут. Ой. Интересно, такая штука придавить может? Не, вряд ли. Может, можно уже? Похоже, да.
короткий уровень. Это же черный экран? О. Да. О, здесь же будет сейчас... Вот эти вот штуки. Да забей, они как бы к ним не подходят. Не-не-не, вот следующее, смотри. Вот это вот. Друг. О, да-да-да. Слушай, он, по-моему, не убивается. Забей, не трать на него энергию. Уже поздно. А, он чаржится еще, да, и... Ладно, ищем проход тогда. Это крабики ползают маленькие. А, ну надо ж через это, да, действительно. Или тупик. Или он чаржнется и пробьет. Возможно. Ну, заманивай его. Давай, давай, давай. А да что-то он не заманивается. Гренка пошла. Да. Да. Не работает там гренка. Я обойду, посмотрю, что вокруг. Ну бей, ну. Ничего. Алёша. Слушай, ну это как бы вообще. О, я вижу, тут можно прыгнуть на колодец. На островке спокойствия побывать. Тут хорошо, лечится. У меня эти штуки похожи на те, которые в Dead Space, помнишь, были? Мелкие. Хотя там мелких от крабики, но... Не, ну он должен как-то пробивать, я думаю. Да. То есть как-то его спровоцировать. Да я уж не знаю, что может быть более провокационно, чем... Почему в явном виде это надо как-то показать? Я пожертвую собой, пусть он через меня бьет, в общем. Что-то не получилось. Да, вижу. Может, он все-таки убивается, и когда мы его убиваем, он бежит туда. Ну, и... попробуй, резни меня, и давай все в него спустим. Я застрял, меня обложили. Вон убегает, видишь? Да, то есть доводишь его до определенного состояния, и он валит. Чтобы мог подумать. Преследуем его. Преследуем. Ну и то же самое здесь, смотри. Либо, правда, вниз, либо, ну, то есть... Вниз или вправо он уйдет? Просто дамаг. Дамаг вносим. Интересно. Штука, конечно, сверх неповоротливая. Но я умудрился один разок промазать. А, все, побежал, видишь? Давай, давай, скорее. Прыгай на дно! Он разбился, что ли? Нет. Ой, кажется, я... Воу! Так, я уже ушел, кстати. Меня убил кто-то. Я вижу. Ты назад не можешь уже изменить, да? Уже нет, никак. Ну, сражайся с ним. А как ты провалился вообще? Как туда упал, Миш? Ну как-то упалось. Даже не попасть вообще. Видишь, уже попали. Так и что сейчас хочет он сделать? Я не знаю. Я не знаю, как кто провалился. А как отсюда уйти вообще? Все, он спать лег. Гуф.
Уф, это хорошо. Что там дырка как раз? Ой! Телепорт, телепорт. У-у-у. Слушай, тут Зен оказывается намного быстрее, чем... А ты помнишь, ты из детства помнишь, да, что пытался, да, там промахивался, да. Прыгал я, по этим платформам. Тут где-то будет место, где я просто куча времени искал, как вообще тут проходить. У тебя не было чатика и напарника такого. Да, который позволяет почувствовать удовольствие от игры значительно дольше. Так, еще этих надо, мозгунов. Оу. Ничего себе. Ты где? Я... Короче, если прыгаешь вот в эти вот красные, от тебя подбрасывают высоко, высоко, высоко. Там еще этот скат за тобой летит. А, и нужно вон туда вот добраться, я понял. Там следующий уровень. Я понял, то есть прыгаешь сюда, тебя выплевывают. Так, я не понял, где ты? Ну ладно. Или не выплевывают? А, ну сейчас, наверное, да? Что-то... Да, отличный план, Миша. Вот. Надо попасть кому-нибудь на... спину. Меня вот, я запрыгнул в это отверстие, и я меня там убили, в общем. Ну, это маловероятно, конечно. Ну, я тебе точно говорю, что это придумываешь. Произошло. Совершенно точная инфа. Не понял. Как так вышло? Да, рукопашка, рукопашка. Блин. Да, сори, что я отвлекся. Ну, ничего страшного. Что-то без чатика не весело, да? Да, там... неадекватная реакция сейчас идет со стороны... пользователей? Нет, нет, нет. Оперативнее можно было решить вопрос. Окей. Короче, нормализуется в течение 5 до 15 минут в зависимости от интернета и провайдера пользователей. Вот, все, меня подбросило, все, я типа лечу. Да майкер! Вижу тебя, вижу тебя. Я тебя подключаю. Кстати, у меня может он даже и заведется. О, заработал. Если... Да? Ну да, он... Как DNS обновится у провайдера, у твоего F5 нажимаешь и... Ну, обычно в течение 5 минут делается это все. Я просто обновляю. Сори, пацаны, за такие технические проблемы. Да как? Да как? Я тупо на респе стоял уже. Согласен. Это беспредел. Ладно, я пройду по-быстрому этот левел просто и все. Давай. Ты не против, если я просто сейчас... Я пока всех буду убивать. I believe I can fly. Я убил вроде всех. Вот сюда, давай сюда, 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 сюда! Твою ж... That's gonna leave a mark. А в какую дырку? Да там островок, видишь, там, куда скат улетает. Там end level. Нужно найти... Мы оттуда пришли, level change. Нет. Вон оттуда. Нет. Откуда мы пришли? Мы пришли снизу откуда-то. Да нет, мы вот отсюда приходили, вот где возвращается, да? Да. Мы оттуда пришли. Нет. Короче, туда тебе. Ты уверен? Нет.
То есть ты предлагаешь просто прыгнуть на скаты, как бы, и... Да. И прокатиться. Блин, я опять упал, твою ж медь. Видимо, это старая была реакция. Еще не обновились. Я жду. О! 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 Ну! А на него вообще можно попасть? Или не только знаю. На... Не, вроде должно Стареет. Быть. Не, не допрыгнул. Уходит, уходит поезд. Такое ощущение, что куда-то наверх все-таки надо, нет? Во-во-во! Так. Все-все-все! Отлично. Поехали. А куда он едет? Ну, направление то, но будет... Он исчезнет в определенный момент, так что подгадай. Предупреди, когда он это сделает. Да, так кто же его знает? Рассчитай расстояние. Я сейчас смотрю, как соседний скат исчезнет, нет? Соседний скат почему-то позже исчез. Да, да, это несправедливо. Расстояние тут ближе было, в общем. Странно. Ну, голосуем. Я проголосовал уже. Я тоже. Ждем. Тогда. Что ж такое? Ну, в общем, понял, да? Просто садимся на этого ската и все. Не стой на респе, главное. У меня черный экран. Все, о, чатик ожил. У меня пока нет. А тут они постоянно рисуются, да, получается? Нет. Ну, ок. Все, беги сюда, скорее. Я здесь, я здесь. Да, вот он. Да блин. Я залез. Так, короче, смотри. Да, беда. Нет! Что делать, скажи? Когда прыгать? Прыгай уже! Нет! Чуть-чуть! А почему ты умер? Да я об угол ударился просто больно. На такой-то скорости. Ну ничего, я пройду. Давай. Ну туда-то не допрыгнуть. Дай... Рассказывай. Ладно. Проверенный скат, хотя, скорее всего, можно было и на том доехать. Но на этом точно можно. Так, все. Так, ты запомнил маркеры, когда надо кинуть того? Я сейчас буду делать независимую оценку времени, когда он исчезает. Рано было. Но вот он исчез, вот да, вот сейчас исчез. Чатик. Ну хорошо, я попробую тогда центрального ската как-то запрыгнуть на него. На центрального Может, ската. Может, надо со ската на ската перепрыгнуть? А там, кажется, слишком далеко. Ну, в смысле, большое расстояние между ними. Между скатами. Добрый вечер, спикер. Да, Лая. Я не могу говорить, к сожалению, зависание камеры специально. Надо было побольше кадров все-таки сделать. Три кадра как-то маловато. Ну что, будем как бы рестарт нужны? Не знаю, я проголосовал. Точно, Rocket Jump, отличная идея. Поехали. Что? Committed suicide. У тебя сейчас рез будет, поэтому... Ничего страшного. То есть, надо идти туда. Сначала надо нейтрализовать всех вот этих тварей. А эти штуки как крутятся? Да, отлично крутятся. Я полетел, короче. See yourself, как называется.
Опа! Нет, 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 нет! А, я так был близок, ты бы видел, так был близок, но просто нет. Я видел. Не был близок. Так, ладно, я замеры, да, делаю? Аккуратненько, опа. Я тебе точно скажу, с вероятностью 90, меньше 90%, как нужно прыгать. Можно, не надо. Скоро, нет, рано, вот сейчас надо было прыгать. Ты, главное, камеру поставь вертикально надо мной и смотри, как далеко от островка. Слишком сложно. Можешь линейку приложить, кстати, к монитору? Попробуйте запрыгнуть на островке сразу на корабли. Да-да. Какие корабли? Корабли. Мы хотим игру пройти. Какие претензии вообще? Мы видим change level написано, ну все. Один из катов, кстати, просто летает вверх-вниз вот так вот. Ему пофиг на все, что происходит. Так, давай его сейчас пройдем только. Просто пройдем. О, это кто такой? Летающий. Первый раз такого... Ой! В общем... Понял. С Богом. И все? Я сейчас пойду. Кажется, запуск пошел, да? О, Миша, привет! А, вот эта штука тебя недалеко. Вы это самое, выплевывает. Но она не нужна нафиг. Я бы ударился опять. Да хорош ты тут уже. И ты тоже хорош. Да че ты... Ты сам должен прыгать или нет? Не, он тебя выплевывает. Да? Иногда сам. Прикольно тебе, наверное. Может, ты прыгать все-таки должен? И да, должен прыгать. Сейчас только надо понять, когда... Ага. Вот на это мне нужно попасть. Раз, два, три. Ну, здесь зря я сейчас прыгнул. Раз, два, три. Да твою ж! Там нельзя, да даже... Блин. Да, не может управлять, ты должен очень четко понять. То есть когда... прыгать на центрального ската, по крайней мере, точно. На центрального ската, да, это будет сверхнадежно, потому что он прям до точки доезжает. И один скат, который вообще не на своей волне, в общем. Ненормальный скат, скат против системы, который идет. Скат, который... Скат! Сори, я не сразу среагировал. Да ничего. Это была не смешная ошибка. Это была не шутка. Ищите пещеру, там можно вниз залезть и по пещере пройти. Слушайте, ну давайте мы еще устроим тут экскавации. Пещеры какие-то. Давай, спид прохождения, сразу прыгай просто туда и все. Куда? Сюда вот. Блин, вот. Раз, два, три. Так, а чё я выпрыгнул, да? У тебя получилось? А почему я не выпрыгнул-то? Я тебе скажу, когда прыгать. Поздно. Нет, куда? Не будь. Именно поздно, потому что скат уже улетел. Короче, Миша, спидран. Там, в принципе, можно сразу, если мы запрыгнем сразу туда, мы можем сразу пройти. А, что говоришь? Что еще раз? Если мы сразу в эту ближайшую дырку прыгаем, то мы успеваем сразу на первого ската. Сразу прям? На первого ската? Очень хорошо. Может, в честь праздников Казаков за Россию поиграешь? Я думал, Red Alert, но как бы нет. Да. Лучше, не знаю, даже что лучше.
лучше за эльфов, да? Не, лучше за хуманов, конечно. Тогда уж. Поехали, поехали, поехали. Го-го-го-го-го. Работаем. А где выход-то? Ой, не туда я побежал. Прыгай. Прыгай. Попал? Да, ну он так же близко был. О, лут прилетел. А, это, кстати, не тот скат. This is the wrong scat. You messed with the wrong scat hood. Так, рано. Ты должен его видеть. А почему меня дамажит? А вот он. Ты можешь меня похилять? Могу. Спасибо. Кто тут? Сейчас 7 раз дам. Ну, ну! Все поздно уже. Ждем следующего ската. Блин, а почему меня не выплескивает? Ты сначала вот он анимация, а потом ты прыгаешь. О! Нет! 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 Не, плохая, короче, идея, мне кажется. То есть ты тупо не успеваешь на ската попасть, потому что он быстро летит. Да. Согласен. А может быть тогда с левого ската с энергопушкой пыщ, чтобы долететь? Интересный вариант. Нужно... А, ямы открываются ровно в то же время, когда пролетают скаты, каждый на своей энергии, нужно вовремя увидеть и прыгнуть. А-а-а, то есть так вот в чем секрет. В смысле, какую дальнюю дырку? Три дырки, три ската летят. Ну, давай каждый в свою дырку. О-е! Да. Да, двусмысленно. Да, все серьезно. Все очень серьезно, давай. Дай! Дай, дай! А что случилось? Ой, а почему я прыгнул-то? О, скат! Скат, 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 скат! Блин! Да твою ж медь, это что такое вообще? Да кто мне не дает? Вот голова стыка. Держись, сержант! Спасибо. У меня патроны кончились. Енооптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей. Гордон Фримен. Смотреть, как вы бьетесь головой об заветный островок, очень весело. Не ходите ни в какие пещеры. Не слушайте никакого, мистер Фримен. Нам всем известно, чего стоит нужный человек. Ты сейчас все патроны потратил, кстати, в нужном месте. Но это ведь не про вас. Мистер Фримен и его брат. А, подожди. Спасибо. Да твою ж медь! Все. Ну давай, Миша, я в тебя верю. А, в эту дырку нельзя. Можно ли в эту дырку? О, в эту дырку можно. Миша! Миша! Там пещера, что ли? Или что-то? О, там реально что-то есть, подожди. Скажи, когда центральный скат пролетит вообще. А что меня дамажит-то? Слушай. А про пещеру это был не троллинг. Я в шоке. А зачем нам эти пещеры? Пещеры это наше все. В данный момент наше все это дырки, я не могу, блин. А, их тут 4? Вот можно как раз в дырку. Блин. Их тут 5! 5! Да ладно! 5 дырок это же даже больше, чем 4. Ну, блин. Да как. Ну и ясно, короче. Вот это поворот. Да-да-да-да-да. Но ты туда не пойдешь же, да? Я не пойду.
Да. Конечно, пойду, ты что? Так, нет, не в эту дырку. Вот сюда вот. Вообще. Ну, конечно. Да после вас, сударь, блин. Интересно, что это такое красное. Слушай, тут пещера. Да не, не может быть. Тебе кажется. Вот ты молодец, прошел, конечно, а я тут остался. А блин, что там у тебя осталось? А все, меня сейчас задушат. Держись. Все, всем объясню, что они не правы. О, реслком. Так, что-то... Да ладно. Ну и? Дальше-то что? Давай назад возвращаться. Зато в пещеру сходили, блин. Кажись. Да не, да пещера это просто так, бонус, мне кажется. Основной экшен как бы там был. То есть мы просто сейчас тратим время. Слушай, может тогда забаним людей, которые посоветовали нам пещеру? Чуть-чуть не дошли? Ах ты сволочь, а? Да, ну тут просто, Миш, тут... Нет, смотри, ты на стены фонарик найди, тут как в Думе, одна стена просто плохая, ты подходишь к ней и пробел жмешь. А-а-а. Она открывается. Какой... Как... Я вообще... Что ж ты делаешь-то? Ну еще полчаса она будет... Господи. Да, банить не будем. Так, а опускаемся, да? Да, прикольно. Слушай, у меня есть подозрение, что мы тут не поместимся на этот один пятачок. Да не, нормально, нормально. Нормально, да, заходим. Everything is a dildo if you brain enough. Во-во-во, теперь на change level, Миша. Да, допрыгиваем? Да, конечно, допрыгиваем. Блин, что-то мне не нравится здесь. Вон, прыгай, ну прыгай, ну блин, ну перед тобой ну, же. Я застрял! А, я тоже. Короче, ты умираешь, я тебя резу, да? Нет! Ой-ой-ой, господи, меня опускает вниз. Нет, я сейчас убью здесь еще из-за прыжка. Господи, за что такая игра? За что? Что? За что? По-моему, можно на скатах доехать. Я в шоке, дорогая редакция. Да можно на скатах. Да можно 100% на скатах доехать. Я предлагаю челлендж на скатах. Давай, я предлагаю, ты на скатах, я так. Давай, кто быстрее? Давай. Господи. Каждый лифт тебя тут может просто унизить. Каждый лифт, каждый подъемник. Причем, хорош. Ты не знаешь, какой из будет тебя унижать в этот раз. Чё они там говорят мне? Дай, дай, фул. Кто тут хочет еще пылесосика отведать? Что за глина? Final Resolutions Detected. Держись там. Да, ну скат, ну, блин. О, май скат. Скат, а? О, отличный план, Беспа. Слушай, ты вообще хорош. Мишки обгоним. Так, этот скат докуда летит, надо за ним посмотреть. Как ты не умер? Скотина.
Да, ну, нужно, конечно. Взялся резко. Слушай, нормально он летит вообще. Шип опускается. А вот как понять, когда прыгать? Или постоянно лучше прыгать? Слушай, постоянно? Этот скат вообще долетает до самого места нужного. Да, центральный, да. Не центральный, который левее немножко. Ое. Миш, ты видишь, где я? Да. Видишь, да? Вижу. Вот я на этом скате сейчас доеду до конца. Ты прям на этом скате? Да. Прям до самого конца? Да. Ты очень крут. Ае, пьячез. Ну чё? Что? Что теперь? А, нет, я не прыгнул! Короче, заходи уже, change level, да? А он не включается. Что? Ну вот, я за него стою. Ну ты зайди внутрь. Короче, что мне за такое будет? А что ты, как ты ската при это самое приструнил? Я просто на дальнего ската прыгнул и все, который самый медленный. Но ты как бы тише едешь, дальше будешь. Пословица верна, поговорка точно. Да, их юмон. Да, с нами щупальца разговаривает. Ой-ой-ой, серьезно. Как то? А, понял. Тут нефть добывают. О! Ты не туда пошел, кстати. Я всегда иду туда, куда надо. Надо в пещеру. О, хорошо так как. Вот в этот раз точно надо в пещеру. Мишель. Да? Тут даже две пещеры. Ну да. Давай, ты в нижнюю, я повыше. В какую? Что? Куда ты? Ну там, блин. Чё, там, блин, не можешь найти. А, вижу. Вот. Короче, ты иди вон туда, там глаз как раз один. Ну ясно, спасибо. Общайся с ним, я пойду в другое, более приятное место. Иди сюда, ну бас, ё-моё. Вот тут влажно. С ноги так он просто разрушает все. Иди сюда. Иди. На тебе с пистоля. Так, ну тут, короче. Тут два входа, зря. Опять же. А, нет, не два. Зря это сделал. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну ясно. Ну я понял, в общем-то. А. Короче, в эту сторону, в общем, я вышел. Ага. И там ничего не было. Ну, в пещерку иди. А, я вижу, а ты его убил? Да, надо, да. Надо познакомить просто. А куда он пошел? Иди налево, там путь расчищен. Куда он пошел? Не знаю. Почему тебя беспокоит, куда он идет? Может, у него такой вот pathfinding интересный? Окей. Ну? Прямо направо. Прямо. Налево. Осторожно здесь с прыжками. Да чё я, блин, прыгать не умею, что ли? Там реслка ещё. Вот отсюда, да. Слава богу. Справился таки. Ты сомневался? Да, тихо. Нет. Блин, какие они дикие. Перепрыгнуть можно было их просто. Даже не по контуру не ходи, просто прыжками перемещайся. Зачем нам дали этот ранец-то? Хилку. Пиццу дай. Пиццу. Чё, погоди. Блин, вот я перепутал немножко оружие. Хорошо, что Friendly Fire тут нет. Ой, спасибо. Тут о, change level. Пол. А! Держись, держись! Ладно, я спасу тебя.
И не благодарю. ПСП его скилл. Как так произошло под занавес? Там свет тебе выключили, да, и ты? Так, а какая сейчас карта? 16-я все еще. Пекарня. Ты что, из КДВ, что ли, так выглядит? Да, внутри. Внутри головы. А, вон оно как. Ага, еще всякие чертовщины. Понятненько. Ты где? Ну я как-то... А как туда залез? А там лифт маленький. Лифт вижу. Просто стоим, да? Здесь вортигоны вроде нейтральные, если их не трогать, а уже пофиг. Нет, ну нет. Что случилось? А, понял. Выясните, пожалуйста. Конечно, конечно. Ты упал вниз. Тебя нет. Главное, сам спрыгни с лифта. Ну я ж хочу наверх забраться. А, этот, он тебя не... Блин, вот зачем спрыгнул-то? Ё-моё. Ты верхнего убей, который по тебе стреляет. Так. Ладно, я лучше вот сюда вот. Скотина, все еще жив. Так что мне... Оп! Что мне предлагается сделать? На конвейер прыгай. На конвейер, а дальше? Да-да-да, все правильно. Вон, там нету силового поля направо. Я бочка. Ой. Ты бы... Блин. Всех сначала лучше бы. Ну кто же их видит-то там? В синей бане можно хилиться. Да, да. Можно хилиться. Может, не будем тогда по этим вортигонцам стрелять? Да, как бы фраги не считаются, поэтому, видимо, пофиг. Там реслка была рядом. Да. Отличное начало. Вообще не подкачало. Да, реально мирные. Если бы у меня была сейчас вебка Эскобара, я бы сказал все, что я думаю. Нифига, в меня кто-то стреляет. Это только вот эти вот надмозги, которые летают. Ага, вон. Вот. Короче, мочим вортигонцев. Блин, они же были... А этот не мочится, он мирный, кстати. То есть мирные не мочатся. Мочатся только те, которые не мирные. А ты мочишься? Да. Так, меня... Кто? Где? Кто посмел? Убежают. Не пробегайте мимо. Не, я просто хотел узнать, кто тебя убил-то. Надмозг. Овермайнд. Ах он скотина, а? Двое их там. Все, мы с корыфами во всех порыфали. Ой, еще один, кстати. Что ты смеешься? Это откуда? Это же Глом, по-моему, или как он там? Это моя блатва. Нет! Ну... Ну капец, ну как так? А, это не надмозг, это контролеры. А, надмозг это тот же самый контролер. Бз-бз. Ну как, куда ты стреляешь-то на старте сразу же? Короче, я не пользуюсь лифтами. Правильно. И где надмозги, где они?
Ну, вот это головастики, которые... Все, он в тебя начнет стрелять, блин. Но если убить верхних, то они не будут. Зачем? Проще убить всех. Дай, дай, фул, дай. Нет вортигонцев, нет проблем. Возможно. Так, я попробую наверх своим методом. Правильно. Свой метод самый лучший. Недалеко ты улетел. Да твою ж! Прошен, детектед. Ах вы гады. Так, ну я, конечно, залазю на лифт, но я прыгаю. Да кто? Они просто бесконечно... А-а-а! Я забыл попрыгать. Убивайся, я тебе сейчас резну. Класс! Просто класс! Угу. Тоже так считаю. Наверху там еще лежишь? Да, я катаюсь на лифте. А как мне на... Да я на балку прыгал. Да я тоже на балку. Ладно, подождем. Откуда ты прыгал? Это второй этаж. На третий как доехать? Вот я на балку этого лифта прыгал. Понимаешь? Откуда? Вот с этого назад. Сейчас спускается, вот прям... видишь? А-а-а! Вот и я тоже, видишь. Ну, забей, поднимайся, там резалка упал? Будет дальше, да. Ну, в общем-то, как и ты. Поэтому... Я за тобой хотел тебя резать. Ну, конечно, конечно. такой был план. Ну, я сказал, ну, я решил, что по пути можно и тебя резать. Хорошо, давай так. Ясно. Это мог бы то же самое с первого яруса сделать. А? Да, так кругаля нарезал, спрыгнул. Господи. Застрял, да? Бывает. Не зря ждал я. Ой, не зря. Да, этот замечательный баг, когда... Да твою ж медь, что ж ты делаешь-то? Ну... Но у меня первая ракета почему-то стоит, не знаю почему. Я застрял. Да хватит убивать мирных рабочих вортигонцев. Они всего лишь... Наши рабочие атакованы. Безвольные создания. Нельзя их винить. Их уже и нет, поэтому винить некого. Все нормально. Да, давай, прикрывай меня. Cover а как me. Вот с первого яруса на балку-то никак не попасть? Никак. Видишь? Не попасть. Вообще никак. Да никак. Да никак. Ты со второго яруса прыгал сейчас. Конечно. О, что это там? Так. Прыгаем. Собрались. Погоди, я прыгаю. Да нет, не бейте меня. Реслка. Отлично, я с тобой уже туда. Кто тут? Кого? Мозг. Три этажа, да? Три. Так, камера хиляния. Камера есть специальная для этого. А. Баня. Ну, медленная какая-то. На. Сюда. Так, ой, нет, там дно, в общем. Но нам, типа, вон туда, скорее всего. Там какая-то хрень зеленая огромная летает. Нет, это скорее механизм какой-то под освещением. Это лифт, не лифт? Лифт, я понял. Прыгай. Куда, зачем? На всякий случай. А, кстати, да. Ты что за смайлик, ты видел? Это сменющийся какой-то черт. Это чей-то при... этот... А? А, это бочку я видел с той стороны.
Блин, звуки реально половина из Старкрафта. Который вот этот, из Академии ты имеешь? Да. Дай! Удачи, я лучше подожду следующего. А чё? Мне на 7-й. Да тут все нормально. Да я просто не хотел застрять там вдвоем на пятачке. Опа! Пархим, ну мой смайл. Колосавчика вызывали. Ясно. Окей. О, а! Тихо, только не вниз. А! Что только случилось? Козлина. Хорошо вообще. А здесь не пройти. А кто? Пройти. Ну что ты ушел-то? Может, потому что... У меня жизни не было. Да, ребят, мы не смогли пройти этот уровень, потому что у нас кончились жизни. Да, кстати, это одна из общих причин. Ну, в общем, ладно, понятно все с этим уровнем. Не такой он сложный. Да, давай. Давай дальше. Конечно! Вот это отличное начало. Почему я забываю постоянно про нее, блин? Дай, дай. Так, я сейчас специально смотрю, как Миша прыгает. Че тут прыгать? Че тут смотреть? Вот видишь, ты сначала на вниз, в общем. В общем, да. И целом. Так и происходит. По мне кто-то стреляет. Да, там их сверху. Не могут быть. Ой-ой-ой, мне больно. Пойду похиляюсь в хиляющейся камере. Да ты... Как меня бесит, просто бесит. Не, я не могу быть хроническим суицидником. Хроническим суицидником вы можете быть ровно один раз. Ты там сражаешься, нормально у тебя все? Да, отлично у меня все. Если ты дойдешь до реслоки, ты не бери ее, я себя убью лучше. Не понял. В чем логика? Почему? Потому что я все еще на лифте покатаюсь. А, я тут. Ты, в общем-то, тоже. Я понял, я думал, ты там дальше перестрелишься. Не, я хилялся. Ух. Обращайся. Ахси. Нет! Ну, в общем, если я дойду до туда, я могу... Я вижу тебя, да. Да, да! О-хо-хо! Вот этот занос. Давай, если ты себя убьешь, я тебя воскрешу прямо сейчас. Давай. Убей себя. Да как? Обо что? Понял. Я когда передумал. Как? Да? Как? Обо что? Там ни бочки, ни хрена не было. Что это такое? Обо что я смешнулся, блин? Гады вы. Капец. Там же бочки. Да не было бочки сзади, алло. Уже даже не смешно, блин. Я просто, ну, чтобы быстрее прогрузилось, я жму левую кнопку мышки. Бочки тебе убил. Была, говорят, была бочка. Ну, фиг знает. Как по мне, так никакой бочки не было. Бочка из лайф. Нет, да. Это мем, ну. Так, ну что там? Да все нормально. Все как обычно. А лифт. Страховка от за это самое застревание.
Дай! Можешь себя убить. Не-не, человек, это... Я в прошлый раз тоже помню, чем дело закончилось. Ой, патроны кончились! Да не может быть. Можешь меня резать. А тут реслоки нет. Зачем ты бочки сдуешь? Они с бочек спавнятся. О, смотри, я штуку какую нашел. Да, я в прошлый раз ее брал. Он мне не сказал, да? Да ты чё ж ты не умираешь, тварина? В лифт, в лифт, в лифт. О! Магия. Найс. Благодарю. Так, ну я пока я не знаю, с чем. Скорее револьвер возьму. Похиляй меня, пожалуйста. Да, изи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рефлекс, извини. Да, да, тва... Тут 80 человек, Миша. Давай, еще четверо осталось. Да, можно мне револьвер? Скоты. Стрейся, стрейся. В стекло не попади. Давай, двое осталось. Один остался. Резай меня теперь. Может, ты не будешь мне рассказывать, что мне делать? Прям по шагам. То я чувствую себя... Все какой-то правильно. Марионеткой. Второй ведомый. Хиляй меня, резай, убивай. Один, второй, третий, четвертый. Так. Жду тебя сверху. По бочкам не стреляем. Я понял. Тут взрыв пакеты в большом количестве. Предлагаю воспользоваться. Да, еще накинуть. Я готов взрывать. Взрывайте базу повстанцев. Есть там кто? Вроде норм. Откуда? Опять эти. Сверху. Подлечи, пожалуйста. О, тут баня. Но в баню пробираться смысла уже нет. Давай. Ползем, ползем, ползем. Давай сползем с тобой туда. Да. Пол корпуса, кстати, в стенке. Опа. Пошла движуха. Я в думе себя чувствую сейчас, прям вот летающие вот эти вот штуки. А! А! Да, больно. О! Очень больно, слушай. Прям очень больно. А кто это? Контролер? Сверху... А, нет, еще этот, вот, который мухами стреляется, тварь. Блин. Контролер нас убил сверху, да. Два их там. Капец. Она на самый верх, и вот там мистический портал. Написано level change. Хорошо. Ту-ту-ту-ту. Soul making. Sound shaking. Помните песенку Zepeda 2? Угу. В этот раз я жму пробел.
Да, четвертый уровень сложности. Не, не бьем никого вообще, кроме этих стреляющих головастиков. Чем так, ты можешь это толкнешь там, друг? Отлично. Не бьем, да? Ну, он мешался, откровенно. Ой, пошли заряды. Разряды. Я контролеров не вижу. А их пока нет. Вот. Ой. Улетел? Дой. Так, я пробегаю. Хорош. Я пробежал. Отлично. Меня бьют. Я умер. Вот короткая история жизни БСП. Такая... Как... Ну ладно. Рез пошел. Скиллуха поперла. Меня все равно бьют. А, ты уже зашел... Не, не зашел, да? Можно мне, пожалуйста, того? Конечно, можно. И того, и этого. Что сделать-то? Хильнуть, я имел в виду. Вообще изи. Жри, жри. Прости. Ой. Косяк. Ё-моё. Да, блин. Держись. Чё там, тебе уже хреново опять? Да. Спасибо. Будешь с такой пушкой ходить, как бы всегда хреново будет. Сверху там стреляет. А, они еще самонаводящиеся, офига себе. Угу, понятно. Экран трясется. У всех трясется. Так, где мы отдались, помню? Ой, да. Ой, я что-то накидал лишнего. Молодец, да. Отойди. Ой, вот. Вообще найс. Ой, хорош. Лучший. Что-то перестарался, ё-моё. Слушай, а ты не мог бы подождать, когда я туда отойду? Кстати, их можно взрывать. Собирать обратно буквы Е, на будущее расскажу. Ну, много какое лишнего будущее? У нас не будет будущего. Ты лишнего накидал, ты просто букву Е жмешь и все. Сверху, товарищи. Понятно. Так, давай подготовимся. Хорошенечко. Давай. А мы туда типа падаем, да? То есть там негде прятаться, надо просто быстро убивать. Чего не могу тебя хильнуть? Спасибо. Ты меня можешь хильнуть? Я тебя хилял. У меня 100 хп просто, вот в этом проблема. Не, я тебя не могу здесь схильнуть. А, нет, что-то подхилялось. Подожди. Вот, вот надо просто направить ниже. Видимо, у тебя где-то внизу болит. Готов? Работаем. Потерлось. Так, бегай, строй хуйся. Главное быстрее убить. Сверху скотина стреляет. Я не вижу откуда. А, вот этого вижу. Ну ладно, это понятно. Угу, здесь подъем. Не, они тут спавнятся, Миша. Да? Кто, где, почему, зачем? Вижу лифт.
ты где вообще? Как ты туда? Ой, меня крутит. Воу. Как ты туда залез? О, тебе сюда же. Короче, у меня проблемы, Хьюстон. Понял. Капец, только... эти еще козлы. Сэм. Зато лифт починился. Будь осторожен, там еще один жив. О, да ладно. Не, я застрял все еще. Да ты не прыгал просто, блин. Ладно, забей. На меня я прикрою тебя. Давай, умирай. Ладно. Провалился, да, куда-то уже? Похоже. Так, ладно, я проводник. Последняя надежда человечества. О, зеленый. Зеленый поднимет тебя, да, на предпоследний уровень. Не это самое. Прыгай, прыгай, прыгай. Да. Все? Твою мать. Так ты застрял, да? Застрял, а потом да. Тебя застрелили. Да. Я так и думал. Кто меня убил-то? А, вот эта тварь мозговидная. Там их двое. Угу. Причем я прыгаю, прыгаю и все равно застреваю. Да, да. Ну ничего, ничего. Я хотел предложить смайлик ракеты, но потом вспомнил, что он уже давно есть. А как ты здесь оказался? Тебя здесь никогда не было-то раньше, друг. Ничего себе, тут экшен пошел. Прям со старта. Да кто меня? Да все тут. Да умри. Ах ты скотина. Скотина, скотина. Самая настоящая скотина. Раз. Два. Ну нет, почему ты взял именно сейчас? Ну почему именно сейчас? Ну ты же мне не говорил ничего, не брать, брать, не брать. Ах ты гад. И ты тоже гад. Короче, не волнуйся, я дойду. Да, я верю. Главное, действительно верить. Какой дай? На! Дай. Так, ну главное чётенько все сделать, да, наверное? Чё я не попадаю там? Тут контраст у меня на лице. А чё ж вы живые такие? Где БСП? БСП контролирует персонажа Майкера телепатически, на голове специальное устройство. Голосовыми командами я могу, собственно говоря, заставлять его выигрывать. Миша, убей его, вот видите. Без хозяина я не справился бы. Перепрыгивай. Да, я лучше по старинке. Да так быстрее. Быстрее. Ты тоже быстрее куда-то шел. Где ты сейчас? Иногда, когда ваши мысли не сфокусированы, персонаж не делает то, что вы хотите, поэтому как бы убей его. Отлично. Стрейфься. Отлично, убей его. Да как, а чего они воскрешаются-то, я не пойму. А я уровень сложности лапнул просто. Ну, слишком легко было. Серьезно, они же... О-о-о-о! Мы нашли противодействие! Какое? Этой адской машине. Какое же оно? Непонятно. Я думаю, ты просто, ну, тебе показалось, что ты застрял, на самом деле ты не застрял. Слушай, а каким образом...
действовать, если у меня хп нет. И, судя по всему, не будет. Там будет чембер скоро, ты главное убей всех. Сверху над мост. Класс. Там аптечки за стенкой. За стенкой аптечки. Иди, все правильно шел. Один хит, ё-моё. Да возвращайся, там нет никого. Ну, иди к чёрту! Когда говорил возвращайся, не имел до начала уровня. А чего они ресаются постоянно? Или их эти надмозги ресают? Тебе кажется, они просто сбегаются. На крики. Там вот где ты был, там за одной бочкой две аптечки лежало, между прочим. Ой, они ругаются матом еще. Да, да. Ну, будем резаться вообще, нет? Планируется ли? Респавн. Они сами себя резают еще с первого левела так. Ничего себе новости. Как 16-й миссии появились. Я подумать. Я не знал, серьезно. То есть я думал, что они через... лифт. Отлично, не застрял. Почему тут лестницу, блин, не сделать было? Что вот? Ну, любят они лифт. Кто его мне еще вообще пользуется? Почему он леопардовый? Кстати, ты не заметил, что противников нет? Я заметил, но не хотел сглазить. Может, все как бы кончились? Ну, такое возможно. Игра устала просто. Не рассчитана на такое количество перепрохождений просто и все. И решила нас пощадить. Я правильно взял, да? Нет. Что нет? Да какого... Зачем ты меня кидаешь-то постоянно, слышишь? Меня убила бочка, потому что я застрял на лифте. Это капец просто. БСП, ну... Будь человеком, не делай так больше. Я тащил много раз, теперь твоя очередь. Там народу впереди, трындец. Ну вот, ты отыграешься за все те разы, которые ты падал, там, убивал себя и прочее. Вообще, можешь спидраном просто пропрыгивать все и все. Прыжок про контрол, прыжок контрол. Я не знаю, слишком сложно. Класс! Твою ж медь, ну умирай, скотина! О! Аптечка вот сейчас справа за бочкой этой. А может все-таки постреляем? Сверху над мозг. Так, БСП, давай ты не будешь умирать в том месте третий раз подряд. Лифт застревает. Я понял. Короче, я буду ждать тебя тогда наверху. Я буду ждать. Быстрее мне команду рестарт прописывать, кстати, чем ждать, пока она перезапустится. А это мод? Да, это мод, где нельзя пройти игру просто. Каждый раз, когда вы хотите пройти игру, вам в команду подключается БСП. Вот, и, собственно говоря, ну а дальше как получится. Он лифт опять сломал. Да, я уже исправил это досадное недоразумение. Прыгай, 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 прыгай. Дой, дой. Слоупок. Блин, реально надо было мишень поставить покрупнее. Да кто там опять? У мишень. А. Да, кросс этот. Перекрестим. Так, я исправлю. Блин. Так, аккуратно. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот я прыгаю, видишь, я сейчас прыгаю. Прыгаешь? Сейчас перепрыгнул. Ну, сейчас ты прыгал и перепрыгнул. Меня бьют, кстати. Держись.
Я прикрыл тебя. Да твою ж медь, ну кто там опять застрял-то? Не надоело им там под лифтом стоять. Да. Так, понял. Продолжай. Так, только не говори, что ты на этот раз взял. Не, ничего не брал, где вообще надо родиться? Ну вот на лифт вот поднимаешься и вот он я. Ты, кстати, вовремя очень воскресил. Да кто? Лезь на меня прям рядом. Да я вижу. Ой-ой-ой-ой! А чё они постоянно ресаются? А пробегай просто, забей. Не, подожди, я хочу на будущее подготовиться. Подожди меня, пожалуйста. Я возьму щиты. Блин, пушки нет. Нереально бесконечные. Нереально бесконечные. Ты дальше, да, ужин? Я, да, жду тебя. Жди меня. То есть ты здесь решил подождать, да? Зачем мне где-то еще ждать? Как так вышло? Давай, опустись. Опустился. Хил, 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 давай, хил. Как? Жри. Не устану это повторять. Я хорошо питаюсь, спасибо. Блин, как реально. Ты поднимаешься? Там, короче... Что ты там ждешь? Да я слева. Ты ж долго и как бы... Да, ну, я согласен. Опасно, в том плане, что а вдруг? Ну чё, работаем. Ой, я переработал. Блин, да... Что ж я убиваю-то постоянно эти... И ты тоже, да? Добро. Ну ничего. Ничего страшного. Ну. 100% у нас, что ты переживаешь? Читы прописал опять, да? Конечно. Так, ну так проще проходить просто. Серьезно? Да. Так. Все нормально. Поехали. Так, теперь думаем. А что думаем? Там просто на лифте не застреваем и все, и проходим. Да, изи. Так и будет. 98, 100. Вообще. Работаем. Портнуло меня. Главное двигаться. Согласен. Движение — это жизнь. Я тут камеру нашел филяемую. Я филяюсь. 70 хп достаточно. Так, подожди, еще один наверху, погоди. А вот он. Так, ну... Откуда? А, я видел. Я поехал. Давай по очереди, да. Прыгай. Блин, сука! Твою мать! Ну как так-то? К успеху пацан шел. Что я могу сказать? Блин! Нет! Блин, ну нет! Ну что это такое? Причем, когда ты
вот на этой крутящейся штуке просто один раз ты нажимаешь прыжок, и из-за того, что у нее есть инерция, ты начинаешь, тебя уже в бок начинает уносить. Не, меня вообще этот сбил. Да, я видел. Ах, капец. Да хорош уже тут на респауне убиваться. Ой, скор минус один. Так, мы должны пройтись на мишек. Конечно. Понаехали тут всякие. Держись, сержант. Да нет, вот безысходность, вот она как выглядит. Я слушаю меня бы тогда, вон он, я реваляю. Где ты? Да вон, только что. Ой! Успеем. Спасибо. Хилку! Хилка на подходе. Опять этот козлина. А, так вот с чего началось. Вот не с дотки началось противостояние Blizzard и Valve. А с того, что в StarCraft и в Half-Life были одинаковые звуки. Кто-то вот у кого-то стырил. Вот она правда вся. Но... Осталось узнать, кто у кого стырил. И а все. Когда Half-Life вышел? Старик же в 98-м, по-моему? 97-м, а Half-Life... Да! Я ненавижу эту игру! Сейчас я тоже хотел себя убить, это было бы любопытно, кстати. Я не могу. Да к черту все. А ты встал? Это уже не... За что? Знаешь, если я попаду в ад, я просто буду, короче, постоянно в этот уровень проходить и убивать с ракетой в начале каждого. Мне хоть прицел изменить, раз уж такая пошла тема. В смысле, crosshair, color? Да, и сайз ищем. Там есть автоим, кстати, если что. Круто. Я видел, там еще настройки графики можно пониже сделать. Кстати, почему бы и не сделать? Может, из-за этого лагают лифты? Тебя резать, не резать? Не, я живой. Но от аптечки не откажусь. Спасибо. Ага! Что он говорит? Он матерится. Да. Он говорит то, что как бы все это, вся эта ситуация... Это не просто... очень, да. Да. Вертел эту я ситуацию. Все. То есть как бы... Я застрял. А, не застрял, все нормально. Сленг межгалактически одинаковый в некоторых моментах свои. Пробиваются только самые информативные в будущем языки, да? Ну, это самое эффективное просто. Да. Описание. Коротко и понятно. Так, не разбиваем лишнего, давай. А, так не стоит их разбивать, что ли? Лишнего не надо. Вот это номер.
А, тут этот. Что если у тебя там? Он, в смысле, похиляй, пожалуйста. Да все, сейчас пролетим. Вот я, у меня хорошее ощущение. Пролетим. Да не-не-не, ну сейчас точно все нормально будет. У нас StarCraft вышел в 1988 году, GameXe говорит. А, может, он про Brood War говорит, он действительно в 98-м вышел. Но не в 88-м, конечно. Так, бежали. А ты, это 1088 просто. А, просто 1000. Наши эры хоть. Фэл, да? Меня сбил просто. Как? Вот ты по бочке, что ли, стрельнул? Какой? Я вообще ничего не стреляю. Я, в принципе, не умею стрелять. Ты же видел это 100 раз уже. Посиди тут. Ох, а тут хорошо. Сейчас, погоди, я вылечу, посмотрю, что там. Короче, этот мозг прямо у выхода стоит. Блин. За балкой он. Второй снизу, да, вот ты сейчас убьешь, а второй за балкой. Прямо перед тобой, которая балка, он за ней. Забил, я понял на это. А, этот. Я думал, ну я понял, да. И два вортигонца. Сверху. Не может такого быть. На лифте катается, второй просто стоит на лифте. Кажется. Или на лифте все-таки? На лифте. Правильно. Никуда не торопимся. Да, в общем, вот там будет бочка, ее не убивает. Не убивать? Не убивай, я так смотрю. Кстати, ты зря ждешь, потому что у них, скорее всего, сейчас резко. А кроссхейр как меняется? В смысле, импакт, кроссхейр, по-моему. Ладно, поехали. Ты мои глаза и уши. А также честь и совесть. Да-да-да-да-да-да. Короче, где тут лифт-то? Заходи, прыгай. Все, теперь с распрыжкой давай. Прыгай туда. Отлично, убивай. Сверху монстры. Бей их. Там трое летает. Скотина! Да как так? Что-то немного наносит урона, мне кажется. Да. Пофиксили, просто патч вышел. Блин. Глоглоглок говорит. По-моему, это известная цитата. Короче. Судя по динамике, сегодня фуфа не будет. Так что, как бы, смиритесь и... Так, Crosshair, ты нашел команду? Как она? Зачем она тебе? Ну, я хочу курсор, чтобы прицел был больше. Так в настройках же. А где? Я видел точно. Advanced, okay. Может. Это Multiplayer Options. Там можно шоу Crosshair вообще показывать. Мне нужен Size. Тебе нужен поменьше, в смысле, он или что? И побольше. Не попадаешь набрать. Хедшоты? Сел ЛВМ. Сел ЛВМ. Один просто и все. Мне там кроссхейр как-то по-другому. Ну, в кваке, по крайней мере, можно было. Цел кроссхейр сайз. Цел кросс... Нет. Понятно. Цел... Если просто... Кросс. Кроссхейр 1. Ладно. Поехали. Надо убирать пушки, которые не требовательны, блин, к точности. Типа дробаша. Убирать? Выбирать. Конечно. Ты уже там? Да. Молодец. Да как? Можно меня ревайвнуть, пожалуйста?
Блин, капец, это просто, просто нечто. Ну, резайся. Да, резайся. Скорее. Уже, все, я здесь. Бегу. Я бегу к тебе. О, понял. Ой, пушку взял. Сейчас, подожди, я убью сначала. Ты находишь, что динамика какая-то неположительная? Все нормально, не кипиши. Спасибо. Я твою ж медь. Хил, 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 давай, хил. Ты зря там поднимаешься, очень много времени тратится на это. Я так привык. Ой. Хреново, какая пушка. Что на месте? Меня колбасит как-то. А, это землетрясение, нормально. Это... Так, давай по очереди взрывпакеты только тратить. Сейчас, подожди. Нет, здесь! Твою ж медь! Цел, кросхейр, скейл, цел, крос... Ну, нет. Зачем команды. Это? Кросхейр, скейл, размер. Нет. Зачем? О! А, размер, в принципе, просто меняется. В зависимости от пушки. Может, без фонарика идти, они не агрятся, поэтому... Кстати... Реально тема. Go next level. Слабак, что ли? Не будем мы next level. Просто не стреляй, не включай фонарик. Так может это ты постоянно агрил пацанов? Iron Man. Сейчас командир с чем говорит, как мы будем проходить на Iron Man, да. Не, ну это как бы да, это сложновато. С багами главным образом. Сложновато. Да сейчас пройдем, не переживайте. Это зря. Согласен. Это ты зря. Так, а может, ну как-то можно избавиться? О, я пофиксил, Миша. Что? Я застрял в лифте, хотел сжать уже суицид, но тут меня что-то осенило, я... Подергался и вылез. Да, есть такая тема. Погоди меня, пожалуйста. Да, да, даже погоди. Давай здесь аккуратно тогда. Да? Отсюда. А, нет, сейчас, Миша, здесь. Налево идем. Хорошо. Налево. Угу. Я понял тебя. Вот здесь вот аккуратно, я имею в виду. Тут много хп теряем. Это все. Вратигонец с одного выстрела уходит, поэтому просто аккуратненько
Блин, ну что ж я делаю-то, ну... Что ж я промахиваюсь-то, как последний... Последний тот, которого нет в отряде Поми. Да, сложно было. Поднимай Ешкой. Поднимай Ешкой. Я не хочу поднимать Ешкой, я хочу все прям... прям ну вот... вот они близко, ну сейчас же... А, я понял. Подними. Фу. Все, чисто. Чисто тает. Какой вообще Аркадий? Да, дробовик против них самое оно. Не, самое оно револьвер. Ну, если попадаешь. Он по дальности лучше всех работает. А мне, кстати, из чата разлогинило что-то. Это бывает. Сейчас, погоди, надо залогиниться. Непорядок. Я самое, жду тебя. Самое время. Готов? Ой, да. Работаем. Сразу с распрыжечкой, аккуратно. Я в камеру пока. Хорош. Сейчас до 90 хп, отлично. Так, все умерли уже? Главным образом, да. Так, тихо. Так, давай по очереди. Я пойду первый. С богом. Ой-ой-ой, не ругайся. Так, минус раз, давай следующий. Ребята появились, аккуратно. Так, давай я попробую подстреливать тоже. Вижу. Все, минус. Поднимай. Отлично, да, я вижу. Подняться это чуть ли не самое сложное, блин. Так, я на втором лифте поехал уже. Нет! Я застрял! Я застрял! Ё-моё, как я вас ненавижу всех не, нет, просто! Сейчас попытайся как-нибудь вылезти, там подергайся вправо, влево. Да, да, подергайся. Ай, твою ж медь. Ну вот, ты же ходишь как-то сюда-сюда. Через контрол походи немного. Да. Блин! Сейчас покажу. О! Через контрол прыжок с ускорением. Ну я сжал, ну да. Ты где? Ты где? Я вон на лифте. А, не, я вообще разбился. Короче, на зеленый лифт теперь вперед. Вперед, точно, не назад. Ладно. Так, блин. Я полетел наверх. Блин. Так, но зеленый лифт как это еще не все. Как... Там дальше есть какой-нибудь там еще один лифт. Что-то? Да, я понял. Они сейчас будут появляться, застреливать там меня. Там есть камеры. Опа. Вот, что не надо исследовать сейчас ничего. Тут хилочка, я чувствую ее. О. А знаешь, сколько всякой в общем, забей. А. Себе сюда не надо. О. Там есть, конечно, да, пара аптечек, но, блин, ой. Назад лучше иди. Блин, ну там было прикольно. Вообще. Я уже почти очаровался. Куда ты пошел? Видом. Да я хочу вижен, чтобы был. Да всё. Я тебе вижен. Ребята, это, конечно, я понимаю, что будет провал, скорее всего, но я постараюсь. Давай, давай, давай. Оп. Прыгай, прыгай, прыгай. Сейчас очень аккуратно прыгай. А как можно прыгать неаккуратно, скажи мне? Все, пошел спаун, Миша. Один, два, двое, трое, еще один сверху. Еще сейчас, один. Погоди, я Миша, хорошую штуку, хорошую эту выберу позицию. Сколько у тебя ХП? Нормально. ХП отлично, я погреюсь еще в баньке. Не-не-не, можешь выходить, там все кончилось. Кончились они. Как можно прыгать неаккуратно, вот скажи, в лифте? Ты тупо прыгаешь. В лифте или в лифте все-таки? В лифте, конечно же. Налево, налево, налево. Пошел, 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 пошел. Как бы ты... Все, короче, теперь... Либо прыгаешь, либо не прыгаешь.
Давай. Я застрял. Ну через контрол прыжок вперед. Ну да. Нормально, лифт без тебя не уедет никуда. Твою мать! Что это? Никогда еще я не был так близок. О-о-о! О-о-о! Сейчас не спал. Да есть же! Да, это шедевр! Шедевр! Просто шедевр! Господи! Капец! I am Groot. Давай вот так вот просто. Ой. А чё это, change levels, а? Чё так на язычах? Интересный уровень. Может тут катсцена была какая-то? Их 18, да, говоришь? Это сейчас 17 загружается. О, вот и босс. А, ну он же и вообще язычный. Да? Ой. А как его убивать? Не помню. Нет. Кажется, надо что-то с кристаллами делать. Запрыгивать, типа. Он плодит всякую хрень. Короче, нужно, наверное, вот куда-то туда. Да. А где ты вообще? Я летаю уже. Воу. Он порталы плодит, в общем. Главный босс — это пьяный разработчик, в общем. Ой, там ништяки, между прочим. Не знаю, кристаллы и не разбиваются, и ничего не делаются, в общем. А, тут можно скажи, так. Ага. Говорит товарищ. Да блин, нет. А ты куда-то вообще отправился? Да, я не знаю, меня отправили, я полез, пошел. Ой. Куда послали? Да кто? Куда? Слушай, ну в одного я не знаю даже как. Как в одного Half-Life проходится? Ну да, не, это ну, загадка. А где ты вообще? В неведомой какой-то штуке. А, ну это какая-то пасхалка, видимо. То есть ты вместо того, чтобы убивать босса... Он меня туда послал. А. Я вот тут убиваюсь пошел, просто... Я пошел. О, вот тебе рез. О, не благодари. Как-то наверх. А тут прям по центру можно прыгать. Да хорош там стрелять-то, ё-моё, вот пристал. Нет. Блин, как же ты... Как же я люблю вообще вот эти вот прыжки клевые, цепляние за эти, за углы. Просто игра без этого, безусловно, потеряла бы свой шарм. Если вам интересно, какие звуки Майкер издает. Нет, я не продумал шутку до конца, ладно. Телепортируемся отсюда. Серьезно? А вот и босс... Так, я спрячусь за этой штукой. Ну, судя по всему, я всего босса буду проходить вот так вот. Как проходится у меня. Да, застрянь тут еще, скотина. Я продолжаю свою шутку. Ладно. Фу-фу-фу, БСП, фу-фу-фу. Кстати, кристалл не уходит. С высшим образованием. Культурный, образованный. Кристалл не уходит за одного стрела из-за балета. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно выдать. Что бы сказала матушка, когда услышала бы твою шутку? Может, это была не шутка?
Короче, проблема в том, что он на меня агрится и только по мне стреляет. Ты думаешь, это проблема? Да. Ты не знаешь, что такое боль. Я, в общем, жду тебя. Ты лучше убей его. Стреляй ему в затылок, у него уязвимое место именно там. Это всем давно известно. Уязвимое место, когда он открывает свою голову. Ну да. А я не могу заставить его голову открыть. Ну, пораскинь мозгами. Что? Ага. Что я? Опять не допрыгивает, а ну? Что-то он сейчас будет делать, чувствую. Вот он пускает портал, так. Пытается меня телепортировать, так. Но я уворачиваюсь. О, так можно было увернуться, получается? Да. Так. Да, я... Почему я просто портнулся туда к тебе и пропрыгнул, и вернулся обратно, а ты до сих пор там? То у тебя какая-то там дичь есть, просто. Есть. У меня баги. Есть только один вариант, что есть тебе только это нравится. Объяснение. Тебе нравится страдать, мне кажется. Возможно, да, возможно, пытаешься. Есть такая тема. У меня сейчас все оружие кончится вообще. Все, прям все? Ладно, я пошел. Топ. Все, тут вортигонцы уже появились. Ага, отлично. Держи в курсе, пожалуйста. Слушайте меня. Просто. Это проще тупо. Правда. Ох. Давай, босик-то. Насилим уж, поди. Да, босик это халява дешевая. Но то, куда он посылает, это как раз проблема. Но ты портал просто не прыгаешь. Хорошо, я постараюсь не ловить его. Так хорошо, а что делать-то? У нас есть три... Ты его отвлекаешь, и я убиваю. А как убиваешь? Не, что-то же поубивать. Ну вот, ладно, убивай, он на меня вроде согрелся. Так у него голова закрыта, что я с ним сделаю? Ой. А кристаллы нужно бить? Нет, они не бьются. А зачем они здесь? Для освещения, видимо. Так, он начинает каст. А, вот открывается башка. Во-во, стреляй по нему как раз. Не, ну сейчас он закрылся уже. За мной портал летит. Ой, вижу. Да как? Ну вот из всего вот этого вот места с попрыгунчиком и водой ты выбрал, конечно же, поребрик, блин. В два полигона. Капец, что, как вообще, как? Ты можешь меня воскресить? Нет, я умер. А, ты обзервер? Обзервер. Невидимый. Я... Обзервер. Обземлель. Мочи кристалла, они бьются. Не слушай БСП. Слушайте, я выпустил три ракеты, все стрелы из арбалета по кристаллам. Вот он как-то не убился почему-то. Как так? Убей кристаллы. Все фигня, убей кристаллы. Убей кристаллы, спаси мир. Я пошел. Save the world. Ну ладно, вот стреляю он по кристаллам вашим, блин. Я тоже стреляю по кристаллам нашим. Может, это не эти кристаллы имеют сюда? Вот засеки, сколько ты, как бы... Шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп-шляп. О, убивается. Меня портнуло туда, где ты... Удачи. Да чё я тут сейчас быстро вылезу отсюда? Очень сложный босс. Ой, он развернулся. Так, только не телепорт. Да откуда ты? Ха! Неудачник. Так, противников убили. Сейчас станет гораздо проще. Ну что ты там? Ой, он из одного кристалла что-то выбивает. Минус два. Нет, эта пушка, конечно, воздушка.
Что, ты убил его уже, что ли? Нет, в процессе. Просто зеваешь так, типа, он думал, ну все, Майкер там уже всех убил, поди ждет меня. Не торопись. Ну, естественно, не торопись, иначе я же не хочу полчаса проходить вот там, где ты, в общем, прыгал. Пацаны в восторге от микро. Мне кажется, арбалет не самое эффективное оружие. Ничего, смотря. О! Так, здравствуйте. А что ты делаешь? Кристалл последний пытаюсь убить. Ага. Я убил. А, то есть это ты убил, да? Я просто не заметил. Нет, нет, нет! Меня в другую портнула комнату, в общем. Ну хорошо, разнообразие. Ты рассказывай там, как там, что. Там были 4 головастика. Слушай, у него голова и так простреливается, кажется. Все. Воу! Да ты, я смотрю, дерзкий, ничего не боишься. Так. Ой-о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 й-
нормально. Я гуф. А, прикольно тебе. Прыгать не надо было просто на этих штуках. Зачем это все? А, да. Просто рокетом мочи и все. А, у тебя тоже весело, да? У меня будет самый медленный подъем в истории. Ну что? Понятно, ну. Нашел время. Так, давай, я. Борьба с игрой. Давай. Сбрасываем лишний груз. Чу-чу-чу-чу. Под ноги себе кинь. Ладно, давай суицид и пойдем. Короче, выбери. Сначала убиваем 3 кристалла, а в порталы не попадаем. Да ладно! Ты без оружия сейчас пойдешь, что ли, да? А, прикольно. А что у тебя в руках? Скажи мне. Ничего, да? Ну давай, в рукопашку тогда. А как? Что там надо делать-то? В голову прыгай. Вот эту вот штуку надо. Бей с руки бей! Ну блин, ты был близок. Ну я напинал ему немножечко, конечно. Смотри, Маркас. Прячься за укрытием, таким образом, что он ни выстрелами, ни порталом тебя не попадет. И просто расстреливаем кристаллы. Угу, да. Вот, я а потом начинаем просто голову месить с двух сторон ракетами сверху. Пыщ, 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 понимаешь? Пыщ, пыщ. Такая вот страта. Обращайся. Уже. Обратился? We are one. Make us whole. Касхол? Касхол, да. Слушай, какие мощные кристаллы. О, прикольно. Один уже с альтернативного огня пушки, которая, ну, выпускает жучков. Па-па-па-па-пара-па-па-па-па-па-па-пам. Да. Это еще один остался, помнишь? Да нет. Ну чё? А кто тут летает, я не понял. Головастик. Ну смотри, теперь надо каким-то образом дождаться, понять, когда он голову свою откроет. Ну он-то меня согрелся. Может просто пострелять пока, вроде.
Там слизь какая-то вылетает из, у него из башки. Не, она у него пока ножичек вылетает. А, вон открывается, вижу иногда. Слушай, ну раз ты отвлекаешь, я пошел. А, этот совсем не высоко. То есть мне нужно найти штуку, которая высоко подбрасывает. Ну, держись, в общем, держись. Держусь. Что-то они все не очень. Может, со второго раза будет лучше? Не, как-то вообще я... Тебя протагонист там с тобой вместе летает, кстати. Ой, опасно! Так, я к тебе подлечиться иду. Вартигонит, нет! Скотина, хотел меня извести. Спасибо. А, вон, голову открыл, прикольно видел я. Вон. И туда можно даже так попасть. А! Он кричит, ты слышишь? Щит снял мне, я за другой бегу. Давай, я отвлекаю, он по мне стреляет. Я вижу. Он кричит, видишь, жалко мне даже его. Shine on Messi. Do not hesitate. And your transformation to the dark side will be complete. Все, он подвис? Я не подвис. Нет, стреляет по мне. Молодец. Ой, 26 кп. О. Че он делает? Все, что ли? Electric тан. А мы тут по колено в воде. Хиляй меня, хиляй, я к тебе. Смотрим и как бы. Да. С18. Последняя карта. Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty. Чем он вообще? А знаешь, что можно сделать? Most of them were government property. Так. As for the suit, I think you've earned it. The border world, then, is in our control for the time being. I am impressed. I am impressed. That's why, Mr. Freeman, I have recommended your services to my employers. А, fuck it. Нельзя. Но с него точно можно сойти, это я помню. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather than что у тебя в портфеле лучше скажи. After what you've just survived. Не заходи в портал. If... Нет! You're gonna make it like a true survivor. Не заходите в портал, была бы кат-сцена. Ё-моё, ты все заспойлерил. Понятно. Вообще, для продолжения вы можете включить записи стримов второго Half-Life в исполнении Майкера и БСП и продолжить как бы историю для тех, кто не видел. То есть тоже море фейлов, море Valve is... А, ну пошло, понятно. Вескамберленд. Ну слушай, по-моему, это рекорд, никто еще так быстро не проходил Half-Life.
Я думаю, сейчас, ну, игра как бы кончится, и нас напишут. А вы теперь получите бесплатно Half-Life 3. Да-да-да. True story, бро. Go без смертей. Нет. Кстати, прикольная музыка. О, что-то грузится еще. Ну, конечно, сейчас с первой миссии. Нет, там следующая карта просто по порядку будет идти. Не-не-не. Да-да-да. Миша, ты где? Я здесь. Да-да-да. Что-то да-да-да. Ну, поехали, работаем. Это контра, короче. Ты думаешь? Ну, вот так вот плавно мы перейдем на контру. На точку, заходим. Бомбу ставь. Ой. Мы спецназ какой. Блин. Ладно, хорошо, я режу запись тогда и прощаемся. Да, давай. Пока, спасибо тебе, БСП. Спасибо тебе, Мишка. Мы отлично провели. 23 февраля по-мужски прошли. Half-Life идеально. Не было ни одной смерти. А, были какие-то проблемы с лагами, но как бы ни одной смерти не было. А, прошли за один трай. И даже получили бонус-миссию. В общем, пацаны в чатике. Два больших пальца нам за наше прохождение. И смотрите продолжение в записи Half-Life 2 и Half-Life 2 эпизоды. Да, да. Пока. А с вами мы увидимся в следующий раз. Счастливо.